будущее. Сейчас проверим. Или тут есть ссылка, наверное. Чат. И где ссылка на стрим? Помогите. Каждый раз забываю, где ссылку на стрим взять. Поехали. Так, люсикиль накупить. Визард. Даже не знаю, зачем мне визард. Просто прикидываю, даже если он актуальный и интересный, у меня есть Лорейн на 2-2. Бля, доброе утро. Зачем ты зашел сюда? Как ты вообще? А, ну у тебя, наверное, ты подписан на канал, скорее всего. Я решил провести где-то 30-40 минут нового героя разобрать. Самому все равно интересно, а сам бы я не стал этого делать. Для себя, не западло. Тик, люсикиль. Надо апнуть. Как Warzone, когда турнир или клиент пойдешь чувствовать с КПшечкой. Посмотрел, типа, вроде ДМРки занерфили, вроде как-то хз. Ни хрена себе. Ну, как бы 67 лет больше, когда чем у меня. Наверное, не должно быть стыдно. Тебя хер знает, я вроде как убивал последние разы, но даже кого-то. Ну, ник подставь, да. И мы в Eternal играем. По сути, наверное. Ну, в лол мы катаем там 2 катки в сутки, но я что-то все дальше, чем дальше, тем больше не хочется. И в Eternal играем. Battle Royale тут анимешный. Да, Battle Royale прикольный, конечно. Там прям скиллуху езди показать. Много тактик, вся херня, достаточно прикольно.
Хз, что-то ничего не хочется, если честно. Особо. Напрягаться, думать, стрелять. Что-нибудь такое бы, знаешь, типа, может, не соревновательное. В какую-нибудь... Что-то типа борды, только, блядь, не такое скучное дерьмо, как борда, а что-то вот на уровне. Вот я бы в такое, наверное, поиграл сейчас. Просто собраться вместе и вечерком покатать. Ну, что-то Second Extinction, в принципе, норм. Это от создателей. Помнишь, Generation Zero мы играли? А, вот. И вот от создателей Generation Zero, у них типа это не вышло катка, они сделали Second Extinction. Это survival с динозаврами. Ну, типа ты бегаешь и стреляешь, короче, огромных динозавров. Но ее надо покупать, она стоит где-то 600. И отзывы, в принципе, у него отзывы достаточно положительные, честно. Просто Коля что, блядь, артачится, он не хочет в нее, я не знаю почему. А вот. Ну, в принципе, если мы все втроем, например, пойдем, то Колян тоже пойдет. Учитывая, что, видишь, у нас у всех там Лиза по ключам, она же с Саньком тогда поговорила, и я так понял, Саня начал брать ее на ключи, и она теперь ключи сутками с ними пушит. Вот, а по ДД у них места не было, да и Коля, типа, забил, поэтому мы, видишь, все разделились, блядь. И каждый вроде как занят на дохера, потому что мы в Eternal играем, вот этот Battle Royale. Там проблема с онлайном, потому что мы играем на Франкфурте, вот, а весь онлайн там это Азия, и Франкфурт обычно активен где-то с 10 по Москве, вот, то есть у меня это полночь, и вот начинает прям нон-стопом регать, хотя онлайн там всего 3-4 тысячи, но мы прям нон-стопом сквады тройки регаем, и мы обычно сидим до 6 утра, то есть мы 6 часов подряд регаем, типа Battle Royale катаем, потом идем спать. Это, правда, 2 дня только так было, но тем не менее. Вот. И как-то да, сейчас видишь, да, еще Пой вышел. Все, короче, по своим играм разбежались. И пока не знаю даже, когда мы соберемся. Ну, соберемся когда-нибудь в любом случае. Так, Hero Progression. Мне надо еще квест на героя. Шофи Нага. Здорово. Сейчас надо разобрать челик. Я даже еще скиллы не читал. Ну, к слову, по поводу патча. Прикол в том, что продолжается, к сожалению, вот эта тема. Ну, не здесь, в этом другом. Нет, вот он. Продолжается тема с лайнпэтами. Вот это очень грустно. То есть это то, что я, из-за чего, в принципе, сгорел, и из-за чего я, наверное, все-таки не буду возвращаться всерьез в эту игру. Вот, лайнпэты. Он не пропустил, что ли. Это прям отвратительно. Это чисто pay-to-win pin-контент, и он меня очень расстраивает. Что в PvE без этого pay-to-win контента какой-то competitive, он просто отсутствует. Вот они. Опять лайн-френды, то есть у нас до этого были лайн-френды, которые давали статы, да, дополнительные. Вот, эти статы, я напоминаю, пенетрай, МРС, МРС это М-тафнес, да, ПРС это П-тафнес, то есть это пэты, которые дают в сумме 65 тафнеса магического, физического, если их фул купить, это для арены очень сильно. Просто вот 65 магического тафнеса и физического, да, с куста. Вот, тут дополнительно на Soul Weapon, ну, на... ОД, короче, снижение затрат на зачар, типа на 5%. На 5% меньше золота, учитывая, что вы 1,5 миллиарда тратите на с нуля до фул. 5% это достаточно много. Это увеличение золота с битв, правда, не работает на диспатч, но это, в принципе, скорее всего, стакада, да, как минимум. И центр Орвала 15% это достаточно много тоже. Вот, прикол в чем? В том, что эти пэты покупаются только за донат. Это вот уже второй батч. И... Вот буквально как раз после прошлого патча, там прошел месяц, да, и вот новый батч. Соответственно, каждый месяц будет выходить новый батч вот этих пэтов, которых можно купить только за донат. Донатеры будут их покупать, и они будут по статам выше, чем любые фри-ту-плейщики. И этот круг не разрывается, все как бы. То есть само понятие вот этой пропасти между pay-to-win и FTP в играх стараются что сделать? В играх стараются как можно больше...
Да, почему? В играх стараются как можно больше стереть эту грань, что обычно как бы pay-to-win контент, он не только за деньги покупается, его можно добыть игровыми способами. Ну вот, но как бы, ну, обычно на это тратится много времени, да, то есть у тебя есть выбор, либо ты платишь здесь сейчас 2000, либо ты, ну, там, месяц, 2 месяца, полгода, неважно, короче, но через какое-то время ты получаешь, там, да, есть Мита, который собрал, там, 24 героя, грубо говоря, от В2 и может на все ВБ ходить, короче, и занимать первые места. Фритуплейщики тоже могут этого достичь, но только через годик-два, короче, вот. А здесь получается контент такой, что выходит контент пэтов, которые дают статы здесь сейчас, и фритуплейщики не имеют никакой возможности их догнать, донатеров. Вот это жопа, это полная жопа, особенно для арены. Люди, которые донатят, как бы, да, у них будет просто больше атаки, а атака и хп там, это, напоминаю, отдельный слой. Это прямой модификатор, то есть 5% атаки с лаймпэд, это 5% всего ДПС. То есть у донатеров уже на 5% больше всего ХП, на 5% больше обоих дефов, на 5% больше ДПС. Сейчас у них будет еще на 6,5 больше, на 65 больше тафнеса, пенетра, атак спид. И это то, с чем вы как бы, ну, никак не сравнитесь, если вы, короче, фри-ту-плейщик. Вот, и на арене, ну, вот еще годик таких батчей, и, извините, донатер просто, ну, будет на 50% сильнее, чем, как бы, вы, и вы с ним ничего не сделаете. Вы как пачку не собираете, вас просто в рот, ну, вы поняли. Это большая жопа, вот, и из-за этого очень много людей уходит из игры, и я, собственно, в том числе. Так, давайте к нашим баранам. Сейчас, где этот петушок? Извиняюсь, люсики. Так. Еще книжки надо. Ну да, они слишком много, мне кажется, на аниме просрали. Мне так, я думаю, что аниме не взлетело ни хера. Вот, потому что аниме получилось говёное, если честно. Мне нужны книжки. Где книжки? Их раз в год открываю. Мне очень много денег впилили в аниме, и я думаю, что аниме себя не окупило. Вот, да, и за коллапом дали много денег. Я думаю, сейчас у них большие проблемы по финансам. Поэтому они, ну, они же, видишь, если бы только был кэп, вот, они как-то могли бы еще, ну, поплавать, скажем так, да, быть в минусе какое-то время. Но у них же куча еще других проектов, на которые они тратят деньги. Да, как самостоятельное аниме полное говно получилось. Там сюжет слабый, там слабые персонажи абсолютно тупые. То есть, блин, надо Т3 сделать, собака. Да, чтобы до сотки докачать. Я забыл уже, что сотый левел. Еще раз сделаю. Наверное, в следующий раз надо будет стрим запустить уже после того, как я все это сделаю. Я потом метку повешу в ВК, чтобы люди могли начать смотреть с момента уже разбора, потому что я думаю, что мало кому интересно, как я сейчас персонажа просто качаю и разговариваю про Warzone. Там, кстати, да, прикол в том, что в Returnal не такой большой онлайн, и мы челиков уже начинаем, типа, узнавать, то есть уже нас узнают, и мы узнаем, типа, чуваков на нашем рейтинге, вот, и, ну, типа, уже есть там даже специальные чуваки, которые мы знаем, на каких локах, короче, они где будут, в каком времени, мы приходим просто их, пока они одни, без склада, приходим их убивать. Они, когда, типа, с нами играют, теперь они меняют сетапы, меняют билды свои, потому что они знают, что мы знаем, где и когда они будут, короче, лутаться. Ну, потому что здесь типа фиксированные локи отчасти. И как бы, ну, помимо какого-то рандома там лута еще добавляется вот какой-то такой внутренний компетитив. Сейчас мафап нет еще 20-й левел буквально на днях. Да, это, слушай, это потасовка ходса, только, ну, вот батл рояль. То есть ты постоянно дерешься. Вот. Ну, там, правда, зависит от тебя, то есть ты можешь как бы как крыса, короче, сидеть до лейта, да, и занять там топ-3 где-нибудь в кустах. Там даже в кустах можно посидеть, обложиться, короче, минами. Вот. Но мы, например, буквально через 5 минут игры мы берем персонажей, которые в верли очень сильно разваливают, а в лейте так себе.
Вот, и наша задача просто, короче, на эрли мы приходим с Коляном вдвоем, и там Мафыч подтягивается потом, чуть попозже. И мы на одной локе, где много людей обычно лутается, мы к тому моменту приходим уже с фиолетовыми пушками, и мы просто, короче, челиков там кокаем. И добиваем, там очень долго добивать, там лежачего, короче, добивать у него где-то... Ну, вот представь, в Warzone ты чувака нокнул, и чтобы его добить, тебе нужно нанести ему 2000 урона. Вот где-то, короче, вот такая вот система там нока. Вот, и, соответственно, чуваков прям, когда ты его добиваешь, он прям тебе ползает, эмоты спамит, типа, за что там и так далее. И ты так его добиваешь, просто его флешишь, это все. Прям сквадом стоишь целым и херачишь, блядь, этот труп. А он зовет тиммейтов, но они, типа, понимают, что не успевают, и они понимают, что они вдвоем останутся, это значит, они катку проиграли, но ливнуть они еще как бы не могут. Ой, кайф. Итак, Люсик Киль. Поехали. Так, надо, короче, потом будет посмотреть, на каком минуте видео я начал его разбирать. Бьет таргеты, ближайшие таргеты 3 раза. Наносит дэмэдж магический. И оставляет метку. Тень смерти. Тень смерти наносит дополнительный урон и снижает хилл-рейт цели на 30%. Ну, как-то пока... Как она триггерит? В смысле, Living Shadow of Death. Обнова на телефоне нет, они писали, я в путеводитель пока не успел написать. Они написали новость, что есть проблема с Google апдейтом. Google апдейт пока что не работает. О, есть Люси Киль, Step Up Summon не работает. А где-то тут было Complete, вот это. Вот. Синхронизация апдейта на Google Play Store, короче, не завершена, поэтому на Google Play Store пока что нету, да, есть только АПК. Вот. Ну, починят скоро, надеюсь. Так, бьет, оставляет тень смерти. Мне непонятно, тень смерти в АУЕ, да, может или нет, тут не написано, ладно, потом разберемся на манекене, посмотрим. Второй скилл. Наносит, опять же, фронтальным противникам 2 раза урон магический. Стан на 3 секунды, то есть стан 6 секунд получается. А, первый удар, 2 удара делал. Первый удар наносит урон и стан на 3 секунды, второй наносит урон и притягивает к себе. После того, как вы нажали второй скилл, то есть фронтал энимис, по идее на арене он будет только фронтальных бить, он не будет задевать мидлайн. Но можно будет проверить. Вот. Он, получается, задевает... противников, встанет на 3 секунды и потом к себе притягивает. Притяжка, кстати, будет draw enemies, то есть притягивание к себе на драконах. Вот это все, это тоже как контроль считается, скорее всего. Еще где-то секунда лишняя, будет полоску кто-то сбивать. Так, после того, как он нажал первый скилл, 3 маны, кстати. 2 маны, 3 маны. Мана-косты такие серьезные. КД причем 13 везде. 2 скилла по 13 кд. Это не очень, потому что по факту обычно... А, ну это маг. Это маг. Магов нормально. Вообще нет. У него, получается, спам скилла нет, которого кд типа 7 секунд. Ладно. 2 по 13. Второй скилл нажимает 1 раз. Оглушает, притягивает к себе. После этого скилл меняется на второй. Атакует противника в более широком радиусе. Я думаю, что широкий это их бока и вперед. Может быть, мидлайн будет задевать на арене. Первая атака наносит урон и встанет на 5 секунд. Ага. А, я понял. Ну, короче, это одинаковые, грубо говоря, скиллы, только второй с более широким. Как у серии C1. То есть первый удар, первый раз вы нажимаете второй скилл, он дамажит. Прикольно, я сейчас не зашел, пока долго. Он дамажит, получается, и притягивает к себе. Второй, открывается второй скилл. Второй дамажит в более широком радиусе, опять же, притягивает к себе просто больше урона. И потом опять меняется на первый скилл. То есть он их ротирует. Вот. Но в отличие от серии, тут нету отсутствующего КД на второй скилл. То есть тут КД 13 секунд на каждый из двух. Вот. Doomsday. Атакует ближайших противников 9 раз, наносит
магический урон, опять же к себе притягивает. Бля, это маг, получается, милик? Да. У нас, по-моему, нет, да, магов-миликов? Ни одного. Я надеюсь, у него там есть что-нибудь на армор, потому что маг-милик с нулевым физдефом выглядит пока что так себе. А вот, получается, наносит 9 раз урон. Ту-ту-ту-ту, опять к себе притягивает. Последний удар наносит дополнительный маг-дамаг. Опрокидывает цели на 5 секунд. И оставляет боль. Боль чего? Чуть прикрасил. Pain of Doom. Как тут правильно перевести? Ну, короче, оставляет дебаф, который висит на 10 секунд. Я так понимаю, на задетых таргетах. Да, задетых таргетах. То есть он нажимает C3, а доносит дамаг. Прокидывает на 5 секунд. Кстати, 5 секунд довольно долго. Вот, учитывая то, что он еще к себе притягивает, это C3 виски получается. Бля, сколько же у него притяжек, пипец. То у него две притяжки на W двойном и еще одна притяжка на ульте, ну, на третьем скилле. Вот, оставляет роковую боль. Ну да, можно так. Роковую боль на 10 секунд. А вот каждый раз, когда он бьет их цели подметкой, наносит дополнительный магдамаг. О, нормал и автоатакой, и нормал скиллом. Надо будет посмотреть его скорость атаки, получается. Возможно, есть комба, да, что он дает C3, и после этого типа много бьется автоатак. Если у него большая ротация, то будет хороший дамаж дополнительный. Но там от скилла зависит. Так, пассивка. Снижает весь урон по себе на 25%. Это слой тафнеса однозначно. Контрится ампом на арене, поэтому это не так сильно. А вот, но в принципе, да, на ПВЕ это очень сильный баф. Это гораздо лучше, чем, например, воин, да, с повышенной физической защитой, но при этом без этого слоя тафнеса. Вот. И время контроля по себе на 50% снижает. Это как Лауди, только Лауди 30, а у него 50. При каждом использовании скилла создает щит на себя, который поглощает какой-то урон в течение 6 секунд. И получает иммун к контролю. Но этот скилл не будет снимать с него иммунитет контроля. Он не дает чистку, поэтому, несмотря на то, что после скилла он получает иммунитет контролю, этот щит, во-первых, можно снять. Во-вторых, если он уже в контроле, он скилл нажать не сможет. Вот. И книжки увеличивают щит. Так, давайте посмотрим, как работают скиллы, чтобы понять, что мне непонятно, как первый скилл работает целью. Наставляет дебаф на задетых целях, или он прямо именно зону? Сейчас посмотрим сначала автоатаки. Очень отвратительно, писец вообще, понял. Урона у него пока я не вижу вообще. Посмотрим. Ну да, это получается дебаф на задетые цели. Ну хоть хилрейт режет. Не понял. Вот это говно. У них общее КД? Или так должно, или так не должно быть? Отвратительно. Ну да, вот этот скилл, по идее, до миглайна будет доставать, но это он, получается, меняется, и КД на него применяется. Это вообще ужасно. То есть это, по-моему, на моей памяти первый такой скилл, да, с чейн, короче, скиллом, последующим за ним, у которых одинаковое КД. Я надеюсь, что это баг, но вполне возможно, что нет. Да, он уходит на КД. Ну и дамага пока я вообще не вижу, блядь. Скейл и так себе, игнора дефа у него нет. Сейчас посмотрим, там перки, может быть, что-то интересное есть. Может быть, на пушке что-нибудь. Так, первый скилл. Дебаф становится неснимаемым, то есть хилрейт нельзя снять. Это получается для арены. Это амп на 25, ну, нормально. Монокос на 1. А, вот, на старте Annihilation Wave есть. Так, в начале каждой битвы меняет скилл на 2. Угу. То есть с этим перком он за 3 маны, а может быть сокровище за 2,
может подтянуть к себе, и, возможно, это работает на мидлайн. Финаг это в сети. Попробуем. Тут у меня просто альт. Я не хочу альт. Альта заводить сейчас. Попробовать, достанет ли он до мидлайна. Мне просто надо типа дуэльти кинуть. Сейчас я его одену. Поставь просто танка жирного и мидлайн какой-нибудь. Ясно, занят. Гуд, ты тут? Можно тебе дуэльку кинуть? Сразу типа тему эту закрыть, потому, ну, пока я не забыл. Сейчас что-нибудь в жиру один, ладно, так сделаю. У меня нет второго пока. Я недавно переустановил Windows с нуля. У меня планшет, там этот Google Store, я не могу пока с него играть. А еще один эмулятор сейчас типа ставить и... Западло. Кто еще есть тут? Ниши есть. А света нет, он офлайн. Кстати, с кабачков его не кикнули. Нет. Не хочу копировать. Я если скопирую, ты туда залогинишься, он выкинет у меня этот аккаунт, потому что там Google. Это его и хила, потому что зачем ты опять? У меня там что-то есть, но ты опять тьма. Ох, ёпты. Через минуту 50% damage deal to enemies. Неплохо. Сейчас посмотрим. Просто если бы стояла только рейва и танк, то, возможно, у рейвы сменится позиционка из-за того, что хила нет. Нет бэклайна, получается. Там бывает такое, что таргеты могут смещаться. Если нет позади никого, то она может чуть дальше встать. Вот это, например, работает на некоторых хилах. На Никсе, например, если вы поставите Никса и за ним никого не будет, он будет стоять дальше, чем Никс путь слева, насколько я помню. То есть там, ну, может быть, кстати, уже это поправили, но когда я аренил еще очень давно, там, года полтора назад, это так было. Сейчас я бахну, получается, второй скилл, мы посмотрим, он рейву притянет или нет, стоит ли он до мидлайна. Не знаю, насколько там рейва далеко стоит. А, рейва же, кстати, бэклайн. Сейчас посмотрим. Может быть, мидлайн, блядь, надо было, наверное, какую-нибудь рекину попросить поставить. Еще узнаем. Еп, твою мать. Извиняюсь. Понял. Это арена персонаж. Бля, вместе с ним. То есть, это собака, не да, это как, короче, это больше, чем притяжка у Присциллы. Вот за такую херню, которую он только что сделал, Присциллу занерфили в очко, короче, и ей занерфили второй, этот, третий скилл. Потому что раньше в файтах начинался файт, Присцилла нажимала C3, она стояла, да, танком, стояла, нажимала C3 и стягивала, короче, всех просто в табло к себе, и все, и ты просто их разваливал, шотал. Вот за такую херню ее порезали, ей срезали радиус третьего скилла, писец как, за такую херню. Ну вот теперь есть Люси Киль, который с такой херней. То есть это просто герой, которому надо банку пятизвездочную, наверное. Сейчас посмотрим, может там еще Сакрая, снижение мана коста.
То есть если темный кисель, блядь, вообще дикая походу хрень на арену. Если этот темный кисель, он получается сходу кастит и запрещает кастить ману, да, ой, набирать ману, то этот сходу будет, получается, притягивать всех к себе. Причем там еще стан. Он дает стан, притягивает. Вот. Но, к слову, с новым артефактом, возможно, придется это немножко таймить. Возможно, не будут брать банку с собой. Почему? Потому что... Прева... Нет. Прева нельзя на монокост брать. Прева ты берешь второе на тьму, чтобы у тебя со старта был скилл вторым этим. Ты берешь прева в любом случае. Блять, я же его мувнул, да? Ты берешь прево, вот, если ты на монокост возьмешь, то у тебя не будет первый скилл, он в фронтальном только радиусе. Вот, ты берешь, получается, перк для того, чтобы он второй вариации использовался со старта, и там wider range. Для писец там радиус, конечно. То есть вот этот перк, с этим перком на арене ты стартуешь, просто нажимаешь кнопку, и в тебя все стягиваются три мана. О, бля, жестко, жестко. Так, куда он 7 секунд? Будет 16 на C3. Ну, то есть, это чувак, который, получается, в себя стягивает, дает кушку, первый скилл, режет 7 хилрейт, причем с перком этот хилрейт нельзя будет снять, минус хилрейт. Вот, он сам по себе постоянно юзает щиты. Вот, что я говорил по поводу быстрого каста. Сейчас появился артефакт на мирового босса. Вот, который через, значит, ты берешь на танка его, вот, он, короче, дает, снижает урон по всем твоим героям на 20%, по-моему, да, на 3 секунды. И через 3 секунды он диспелит со всех, типа, все дебафы. Вот, и получается, как раз, если слишком быстро нажимать этот скилл, прям со старта, то ты к моменту, когда их, типа, оглушишь, стянешь, тут же сработает танковский артефакт, и они просто выйдут из контроля, типа, из тяжки. Вот, а стан, кстати, стан на 5 секунд, бля, вы представляете? Типа сходу просто челик прокидывает почти на всю пачку стан на 5 секунд. Не доставать будет там до всяких никсов, таких вот этих дальников. То есть вы либо берете эрли какого-нибудь ломана, либо, ну, прям очень жестко. Это почти лево, грубо говоря, с этой точки зрения. Ну, с точки зрения именно контроля, то есть это достаточно фаст контроль, и он очень долгий. Вот, куда на 7 секунд, каждый удар снижает ману на 200, там 9 ударов, 1800 маны, бля, это много. Причем 9 ударов по каждому таргету, то есть он всех стягивает и снижает на 1900 потом, ой, да, 1800 маны все. Но тут 4 коста, он не наберет так быстро. Ну, конечно, в начале каждой битвы получает щит, как у Шамиллы, на 6 секунд иммунен к контролю. То есть он начинает бой, на 6 секунд иммунен к ТЦ. Сбивается только с него, слава богу, можно снять. Да, щит можно снять. По крайней мере, не написано, что нельзя. Вот, то есть его надо будет диспелить и брать в оборот. Снижает еще на 15%. Это добавочное, это получается 40% тафнеса, если с этим перком. Да, жить он будет прям хорошо. 40% тафнеса, это очень много. Еще бы он дамажил. Посмотрим потом по скейлам. Ну и, соответственно, Т5 тьма увеличивает урон по противникам. Причем это слой этого ТМа, исходящего урона. Это работает и на арене, и в ПВЕ. Причем в ПВЕ везде. А вот на 5% каждые 6 секунд стакается 10 раз, не снимается. То есть 50% через 1 минуту боя, 50% боя. Но на арене это не особо профитно, потому что слишком долго стакается минуту. Вам никто особо не даст это стакать. Вот. А на ПВЕ хорошая шляпа. Так, давайте пушку. Сейчас мы посмотрим еще пушку и потом посчитаем. Когда бьет, короче, противников, получается... А, получает, когда 10 раз наносит урон, причем это, скорее всего, не скиллы работает, получает один стак. Каждый стак увеличивает атаку и атак спид. Стакается 10 раз и не снимается. На 10 стаках автоатаки и скиллы Люси Киля наносят дополнительный магический урон, который игнорит деф.
на 30% от его атаки целим. Так, значит, на фулл стаках он набирает за 100 ударов, набирает 100% атаки, 500 атак спида, и все его скиллы и атаки наносят дополнительный урон, который игнорит деф на 75% от его атаки. Причем скилл атакс это 75, бля. Если ему дать возможность кастануть C2 и C3 на арене. Прикол в том, что 75% это не особо большой скилл, но он работает на каждый удар. А каждый удар на C3, на третьем скилле, 9 ударов. На это, правда, нет книжек, слава богу. Но типа это 675% игнора дефа с C3 в АУЕ по всем таргетам. Эрклаус, сколько у него? У него прокает пассивка на 130%, насколько я помню. Ну, что-то такое. И тут уже рассказывают, да, постоянно, что как Эрклаус просто с первой автоатаки прокает пассивку и всех шотает. Дадут 675%, то есть это достаточно большой урон. При этом его второй скилл тоже будет наносить два раза, получается, по 75, это 150% с игнором дефа со второго скилла. То есть он со старта, получается, нажимает C2, станет на 5 секунд, всех к себе стягивает, бьет на 150% игнором дефа, стакает уже себе стак атаки почти с атак спидом. Ну, прям, да, неплохо, неплохо. Так, сокры. Сокры, сокры, сокры. Понял. На первый скилл Pain of Doom, да? Нет, подождите. Doomsday. Doomsday это C3. Короче, с этой сокрой дамаг отметки. Понял. Короче, с C3 он бьет 9 раз и вешает метку. И его после этой метки автоатаки и скиллы, которые бьют по таргету, начинают вот этот урон игнорить деф. То есть это на 10 секунд. То есть, если ты ресетаешь C3, первые C3 наносят damage и игнорит деф типа на 670% от пушки, плюс вот этот вот урон сам по себе. Если ресетнуть этот скилл и кастануть его еще раз, пока висит Pain of Doom, то будет еще 9 ударов дополнительно вот с этим уроном, и весь этот урон забафается еще на 100% от сокры пятизвездочной, 25% здесь, 25% в книжках. Кстати, ну да, это должно тоже работать. А вот забафуется на 100%, весь этот урон проигнорит деф, и каждому еще удару еще по 75% с пушки. Но игнор дефа хорошо получается. Бля, прикольная механика, что типа скиллы читаешь, это не так в тупую, да, как у Клауса, что просто весь урон игнорит деф, все. А тут какие-то вот там типа варианты, там вот как-то там покастить, короче, пока это работает, это запилить. Такая прикольная механика. Ангелейш, это, короче, второй скилл. Понял. Ну, то есть, на первый скилл, получается, он в фронтальном радиусе небольшом снимает со всех, типа, этот позитивный эффект и увеличивает свою точность контроля на 750, пока кастит этот скилл. А во втором варианте он снимает все эти положительные эффекты и увеличивает свою точность контроля на 1000, пока кастит этот скилл. То есть, вы стартуете, нажимаете C2 на арене. Этот скилл снимает все положительные эффекты. То есть он точно попадет после этого. Там никакие иммунки, бабуина ничего не спасет. Потом он всех оглушит на 5 секунд. С точностью 1000 дополнительной. То есть это надо, ну, прям очень постараться, да, чтобы он по вам не попал. А вот. Он единственное будет контриться доджем. А вот. Здесь точности нету, поэтому он может промазать. Он, если в дот попадет, то не будет ни контроля, ничего. Все к себе стянет, оглушит на 5 секунд, да, и при этом еще перед этим задиспейлит. Жестко.
А Щитэвана ты так быстро не кастанешь. Этот-то чувак может его прям со старта нажать, фактически. А в этом минус. А Щитэвана прям со старта будет. Там надо очень много МП в секунду. Эванс такие, с таким количеством МП в секунду, он потом будет не очень актуален. Он очень быстро развалится. Придется очень много опций потратить на МП в сек, чтобы быстро тогда щит. Прям вот на секунде первой. А вот. Единственный вариант... Если будет МП все Кевен, он получит урон от Люсикиля и с Сокрой, если Сокра на третий скилл, он же чит может из контроля кастить. Вот, соответственно, если Эван будет с Сокрой на третий скилл, пока его Люсикиль стянет, он надамажит его, поднимет ему ману, плюс Эван сам отрегенит, и у Эвана будет каст. То есть ты щит Эвана сдашь не до стяжки, но после, сразу после, как только тебя стянут, вот, и оглушат, ты сдашь как бы щит. Но вы уже будете все стоять прямо перед Люсикилем впереди. Вот, и он игнором дефа начнет вас просто херачить с пушки. Так, дефшторм. Это что, это первый скилл? Кулдаун на 3 секунды снижает, вместо 13 будет 3. Вот, и метка получается амп итоговый с перка будет 25, и здесь еще 30. То есть 55% ампа будет. Ну, это такая себе сакра. Щит становится неснимаемым, и щит увеличивается на 50%. Щит нельзя снять, то есть он стартует, и у него 6 секунд ему на контролю. Я даже не знаю, что на арену лучше будет. На ПВЕ, это однозначно С3 с экрана на Pain of Doom. Чтобы, получается, С3, дополнительные удары его под меткой С3 начинали игнорить деф и увеличить урон. Тут без вариантов, все остальные сокры на ПВЕ говно. Вот. Если его брать как саппорта, вот прям чисто как саппорта, но я не представляю, зачем брать такого мага саппорта. У него нету среза дефа, у него нету каких-то таких прям, ну, больших ампов. То есть как саппорту, ну, саппорт маг, я не знаю, если у вас... Нет, там, блин, там даже ксеру лучше поставить, как бы нулевую, она будет лучше как саппорт на Галгорию, чем Люсикиль. Вот, но если как саппорта вы каким-то образом его берете, потому что, ну, вы просто хотите Люсикиля в пачке и все, тогда вы берете, может быть, сокру на первый скилл, все-таки снижает КД и больше будет ампа. Вот, но если как ДПС, это однозначно сокра на третий скилл на дэмэдж. Вот, а на арену тут два варианта. Тут либо С4, либо С2. С2 вы берете, если... А тут от пачки сильно зависит. То есть... Ну, вообще, наверное, все-таки это ближе как С4. Он при касте скилла получает иммунитет к контролю. Он, конечно, со второго скилла не будет диспелить тогда. И может промазать, не будет ассоциаться. Ну, то есть он может по Соне, например. Да, сам Соню он не законтролит. Он ее не стянет и не оглушит. Потому что Соня сейчас билдится в 800, в 1000 целезиста. Вот. Но... Самое главное, что здесь щит его становится иммун, ну, неснимаемым. То есть он, получается, первые 6 секунд иммунен к контролю. И потом он начинает использовать скиллы постепенно, да, каждые 6 секунд просто нажимает, у него щит обновляется, и вы не можете его снять и не можете законтролить. То есть, грубо говоря, это ЦЦ-иммун, который работает прямо со старта, его не надо нажимать, да, как у Хильды, как у Бернгейма, там второй скилл, как у Чейза. Вот. Это просто уже со старта типа щит на иммун. Но тут будет, наверное, зависеть от того, в каком качестве вы его используете. Если вы используете его как ДД, тогда, наверное, все-таки неснимаемый щит. Если вы используете его как чувака, который, ну, со старта просто дает С2, да, стягивает к себе, там, начинает разваливать. А если у вас есть какой-нибудь еще второй ДД, который может туда заэффектить, тогда, наверное, это все-таки на второй скилл сакра. Пока про арену не скажу точно. Давайте посмотрим, что будет пикать в чарике. Но я думаю, что и то можно играбельно. На ПВЕ однозначно сакра на третий. Но делает он больно, да. Сейчас мы посчитаем скейлы примерно, суммарно, всю херню. А, и ОД давайте. А где бы взять его ОД? На КР-индексе появилось, нет? А ОД можно посмотреть в патчноуте, да? Визарда нет, здесь еще не появилось. Ладно, в патчноуте посмотрим. Ту-ту-ру-ту-ту. Так.
using skills 3 times, то есть 3 раза скиллы юзает, но это достаточно большие монокосты, это надо прям постараться, чтобы на арене успеть его быстро нажать. Так, Удай наносит урон магически вокруг себя, наносит стан 4 секунды. Потом 10 секунд у него висит форма, он не может использовать скиллы в этой форме. Скорость атаки увеличена на 400, весь урон снижен на 30%. Урон автоатак увеличивается в 2 раза. Нормал атаки наносит урон, который игнорит деф. И 50% урона наносится таргетом вокруг тех, которые он бьет. То есть он начинает кливать перед собой. И если он убивает противника, пока висит УД, он прокает сразу щит. На втором А2-2 получает иммунитет к контролю на время использования души. Ну, то есть... Надо посчитать, лично, надо будет посчитать, вообще выгодно ли будет эту форму в ПВЕ нажимать, если честно. Что скейлы пока кажутся там, ну, урон автоатак X2, конечно, да, они игнорят деф, но, по-моему, маловато. По-моему, выгоднее будет 2 раза C3 нажать. То есть прикол-то в том, что под ОД, он под ОД не получает, да, вот так вот, наверное, нажать C3, ресетнуть, нажать, короче, еще раз C3 на проказ, да, за 10 секунд, и потом уже включить ОД и зайти в форму и начать бить, потому что у тебя все на КД. Тирлист, ну, планирую, но я думаю, что это будет пока не скоро. Все-таки там дохера всего. Тут. Так, сейчас 191, 480. 480. Так. Правильно. А пока есть в группе. В группе путеводителя. Так. Давайте посчитаем. А, я что сделал-то? Снял. 191, 480. Это мне надо, получается, еще вот так, да? Вот так. Нет, собак, не работает. Да, не зашел. Вот так. Что вы делаете? Почему? H3. А, понял. Принял. Что это? Это где, я понял, это где считается, это там. А почему? Господи. Остановитесь. Она фиксированная формула. Нет, работает. Это мне не нужно. Все. Тик. Стоп. Надо. Скрыть. Так, это у нас получается S1. Потом это будет S3. Это S2-1. А это S2-2. Вот так. Так, поехали. Значит, 141 тысяча, 191 тысяча атаки. Теперь бы как-то. Давайте я пока вас закрою, короче. 196. А, тут две цифры. 196, 4, 208. И, по-моему, тут, да, по две цифры. Нет? За шо? Ой, собака. Так. Почему? Почему? За шо?
А, не может найти, потому что тут ничего. О. Так, S1, S1, 1, S1, 2, вторая часть S1, потом каждый из старых скиллов, S2, 1, 1, S2, 1, 2, вот так, S2, 2, 1. И теперь еще S3. Что? Почему? За что? А. S3, опять же, блядь, тут вообще три части дают. И еще щит. Нет, мы сделаем вот так. Это что? А, это я Лорейн собирал. Давайте скопипастим. Вот это все. Еще одну вот такую шляпу сделаем. И теперь поехали скрывать. Значит, это не надо. Это не надо. Это не надо. Значит, S1 из двух частей, S2 каждый из двух частей. Здесь S3, 1, S3, 2, S3 автоатаки, нет, S3 additional сделано. Бля, я столько не считал ни разу вообще по героям S4, вот так. Это скрыть. Также, мать вашу, много всего. Ту-ру-ру. Поехали. Везде 191 тысяч первая. Да. Поехали. Сто 96, это я вбил. 1, 2, 6, 3, 760. Это total, это... Дополнительная метка. Все нормально. Значит, второй скилл. 513, 574. Вторая часть 876, 794. Второй скилл. Здесь 764, 424. 109, 91, 48. Третий скилл. 1, 6, 1, 3, 8, 8. 1, 1, 9, 4, 8, 8, 8. S3 additional 138, 188. И S4 щит от атаки 635, 736. Так, дальше меняем атаку. 105, 251. Дальше. Поехали опять. 2, 6, 5, 7, 5, 1. 74, 650. 3, 16. 174, 72. Забыл еще, да? Вот. 505 737 711 18 3. 1 031 40. 763 747. И дополнительный с каждой авты 91 132. А щит у нас на 402 918. И последний. Снимаем сережку. 36 953. Так,
соответственно, 712, 539, 243, 880. Я уже вижу, что проценты не пересчитываются с собакой. Я там что-то менял, блядь, когда под граммер делал. 20. Прикольно. 335, 949. Зачем я залез тогда? 3843. 3776. Сейчас придется поправить. Так, 570, 024. 322, 253. Нет, 422, 253. Вот так. 53, 68. И щит у нас 218, 113. Пух. Так, что тут с процентами? Почему? Угу. Понял. Тудух. Это есть, это считается. Это 270. Это, по-моему, не надо, да? Скрываем. Так, теперь. Что за знач? Ага. А, ты не нашел тут запятую. Единичка. Так, короче, сделаем. Прикольно, фиксированное значение без запятой вообще. Там надо, если указать формулу, чтобы он пересчитывал. Все, в принципе. Тик. Тут знач. Ему похер. А, ну да, я плюшку поправил. Считаем. Тик. Давай возьмем вот эту штуку. Сейчас себя проверим на всякий случай. Так, первый скилл 191 тысяча атаки, да? Это умножить на процент плюс это 196, 208, 207. Нормально. Это умножаем на процент плюс минус 9. 1,2760. Правильно. Итак, первый скилл наносит 810%. Это итоговый урон за 3 удара. И потом оставляет, короче, метку, которая наносит урон. Это дебаф, что ли? И понимаем, не написано, как эта метка работает. То есть она на земле или что это? Или это дебаф? Три удара одинаковых. Да, это дебаф. Это дота. Понял. Это говно. Извиняюсь. Дота на 660%. А если взять пушку, будут ли тики прокать? Это же будет имба, если дота будет прокать тики. А мне нет пушки. Надо что-нибудь распылить. Кого распылить пушку? У меня уже 250 осколков. Кто мне тут не нужен? Гау нужен. Севентов. Ну, на Фелию можно. Но я лишка не сделал вроде ивент, чтобы проверить. Так, community, spend event, soulstone, new hero progression. Нет, нету 180, надо набрать. Нахер. А, вот я сейчас призыв их здесь просто сделаю. Там будет пушка какая-нибудь. Их 3 штуки. Изи. Можно, конечно, Офелию было пушку распылить, она мне нахрен не нужна.
Донателли. Хорошо. Сакра будет одна звезда теперь. Это на Веронику. Не помню уже, что это. Что? Это тигр. Это новый артефакт, походу. А, нет, это Люсикили, да, походу, Сакра. Это Присцилла вообще. Я ни разу не видел эту Сакру. Новая для меня. Вероника это на С3. Ну вот Чейз минус. Минус пушка Чейза, минус пушка Каулы. Сейчас посмотрим, как его Люсика-пушка работает. Медиана. Медиану я только вот недавно сделал, блядь, 5 звезд пушку. Она мне больше не нужна, обидно. Пушка Мируру, это Леви. Леви Гал. Не нужен мне. На Триале. Ну, будет посмотреть, его будут бить. Он вот тут изи вообще пушки. Тут на. Я вот сейчас сразу, смотрите, вот, самая бесполезная пушка для меня. Все. Готово. А. За шо? Сейчас мы тоже проверим. Визард. Насчет Триала. По идее... Да, по идее он достаточно хороший. Да. Он чуть бьет с большим дефом. Как это связано? Так, надо ему все снять, чтобы у него не было скорости атаки. Это не надо. Мне надо будет первый скилл, да, юзнуть и посмотреть, как он. А, не бьет он внутри, я думал бы про пушку. Ну да, его босс, по идее, таргетит, короче, тех, у кого самый высокий макдеф. А, у него тафнес. Так, давайте проверим. Нет, не работает. Ну ладно, хоть так. Или что? Подождите, я там... Да, ну это нормально. Минус 7. Подождите. Я очень надеюсь, что мне показалось. Урон доты, по-моему, вырос. Ну, то, что он вырос от стака пушки, это понятно, а так чуть-чуть вырос. Финанс. Но у него игнор дефа, да, он хорошо будет на трейлере. Нет, ладно, нормально, все. На доту не прокает урон. Хорошо. Значит, получается... Позже чуть на вопрос отвечу. Сейчас давайте сначала скейл его посмотрим. Я как бы ради этого стрим запустил. Вообще, по подобного плана вопроса я в путеводителе могу разобрать, ответить. В ВК туда пишешь. Я почитаю, посмотрю. Так, нормал скилл атаки, дополнительный дамаг. Так, вон-то Финага подскажет. Финаге можно верить, по идее. Не всегда, конечно. Если про ши начнет заливать, ши, про ши его не слушай. Все остальное нормально. Так, С1. С1. Это на 1,5. 1215% C1 наносит. И второй удар C1 дот урон. Это получается опять на 25. Ну, еще на 1,5. 990% это тик. Это тики дополнительные. То есть, в принципе, скилл дамажит, ну, где-то в среднем 1400, можно сказать. Потому что на тике не работает крит урон, поэтому это 990, это достаточно мало. Учитывая, что это суммарный урон. Да, это суммарный урон всех тиков в течение 10 секунд. Тикают каждую секунду.
где это может пригодиться. Доту ролом. Но это, по идее, на арене неплохо, что это дот, который игнорит блок. Вот у него, кстати, нет игнора блока, его можно будет блоком законтрить. В отличие от, например, Сесиль, которая просто игнорит. А точнее, не этот, который не Сесиль, а кто у нас игнорит блок. Дофелия, что нет. Кто-то, короче, я помню, игнорит блок из магов. Сеси игнорит деф. Ой, додж. Писец, оговариваюсь. Так, S1, поехали, значит, S1 и S1 дот. S1 делает, да, хильда игнорит его. S1 делает 3 удара. Это значит, 3 раза прокнет пушка. И здесь прокнет 0. Итоговый урон S1. Это получается 1215 плюс 990% дот и еще на сколько там 75% до пушка фуловая. Да, 75. Здесь 25% игнора дефа. Вот из таких трех частей состоит этот скилл. То есть 1215% без игнора дефа, потом 990 это дот урон, и 225% игнора дефа. И в ПВЕ это все вырастет еще на 50%. То есть это его собственные скейлы. И без 25 надо на 5, 337%. Вот так вот. Вот, короче, полностью первый скилл. Потом как-нибудь оформим красиво. Второй. Нас наносит сколько там? Они все по 2 удара делают. То есть каждый из вторых скиллов. Первый удар. Причем второй идет последующий больше урона. Да? Первый удар идет, получается, S2. Юве. А зачем эти стаки? Нет, это атака. Атака это не урон. Это другое. Нет, я не делал по обзор по рефине или хитовой. Тут 75% это я учел. Вот 75% 3 стака. 100% атаки я не учитываю, это свои, это дополнительные внутренние бафы, они типа у многих героев есть. То есть я учитываю именно внутренние скейлы и внутренние слои героя, потому что атака не настолько сильно влияет на ДПС. И у большинства героев, например, на одном уровне, то есть все себе стакают где-то по 100% сейчас в основном. Так, S2. 200%. Тета плюс... Это 550. Ну да, я мог и так сделать. 550% на 1,5. 825% S2. Потом S2,2. Итоговый урон это... 750% на 1,5. 1,125%. Вот. И стаки УВ. Тут 2 и тут 2. Итогово получает 75. 150%. 150%. Ясно. Ясно. Ладно. Так сделаем. И все это еще бафуется на 1,5. Это на 1,5. Потом здесь получается 25%, 25% это игнор дефа. Дефа вот так подсвечу, наверное, красненький. Вот это получается S2 скейлы итоговые. Тысяча 237, 1687. Это итоговый урон за 2 удара.
не так много, на самом деле. Сколько это? Это каждый скилл отдельно, по отдельности. То есть это, на самом деле, дали небольшой урон. Потому что это каждый скилл по отдельности с кулдауном в 13 секунд. Это не значит, что вы можете и тот нажать. Вот, давайте Doomsday теперь посмотрим. S3 наносит. Это total damage, да? Это как? Наносит 9 ударов на 916 урона. Последний удар делает 679 тысяч урона. Это он дополнительно делает или как? Алло. Василий, пожалуйста, можно поточнее информацию по скиллам? Так, как мы это проверим? Значит, давайте надо эту книгу закрыть, чтобы не путало. Как мы это проверим? Значит, сначала мы сейчас чекнем. Что там, мы голые, да, без атаки вообще? 29 028. Вот это атака умножить на скейл плюс вот это 518 555. Да, чуть-чуть там плюс-минус неровно. Что-то как-то даже большая разница. В 7 единиц получилось. Ладно, херсно. Я, видимо, там, наверное, процент. Я все-таки то, что значение поставил фиксированное, не стал искать запятую. Там, скорее всего, цифры после запятой были. Просто не показывать. Ладно, не важно. 7 единиц мы переживем. Так, что-то сейчас, главное, процентный скейл правильный. Вот, а тут, видимо, 500 все-таки процентов. Чуть не досчитано. Так, 9, значит, 9 ударов. Вот это значение забустится на 1,5 и поделим на 9. Вот, либо так, и последний удар нанесет вот это значение на 5 плюс так, да? И вот это на 1,5. 384, 432. Ого. Ну-ка давай, вот так. 900, чуть не точно получилось. Ну, короче, там, видимо, 500% все-таки. Ладно, так сделаем. 500% дополнительный скилл не важен. Это вот этот дополнительный дэмэдж второй. Теперь нам надо посмотреть, как будет сам по себе скилл дамажить. Ставим запись. По 84 и 576 финал. Да. Теперь мы считаем, сколько было ударов. Ставим запись. Тихо. Где звук? И можно тут помедленнее где-то сделать. Я в ЛЦ поставил только сегодня. МП плеер собака сдох. Где тут поставить скорость? Ладно, может, конечно, так получится. А там был крик, да, по-моему? Да, был раз, два, три, четыре, блядь. Ну что, что это за вот эта вот хрень? Скорость, все, медленнее. Можно еще медленнее, пожалуйста. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 9 ударов и потом финишер, понял. Значит, это не last hit из 9. Это еще один дополнительный удар. Это важно. Это значит 10-й удар, то есть ударов так-то 10, а не 9. Вот, соответственно, третий скилл наносит это значение за 9 ударов. Правильно? Потом S3 финишер наносит 500%. Собака, хорошо.
это все 10 ударов. Значит, этот прокает пушку 9 раз, этот 1. Вот. И после этого автоатаки и скилл-атаки будут еще бить на 55% из 3 additional. Это 55% получается. С каждой автоатаки будет 55%. Вот. И с сокрой Pain of Doom увеличивается. Кстати, вопрос. Давай проверим. У меня есть подозрение просто, что книжки не будут работать на Pain of Doom, потому что книжки относятся к Doomsday. Умножить на... Где там наша атака была? А, есть оружие. 29 328. Это атака на процент плюс вот это значение. 49 637 374, да? Сейчас проверим. Подкатывается прикольно. По 74, да? 74-061. Это получается, все-таки книжки работают на эту херню. Хорошо. Это получается еще плюс 50% от Pain of Doom. Блять, взять сокру, что ли, проверить. Прикол в том, что на сокре написано, что она увеличивает урон только Pain of Doom. Будет ли она увеличивать урон Doomsday? С другой стороны, нам это не особо важно. Хотя... Есть шанс, что и Doomsday будет игнорить Death так-то. Так, сейчас, где этот маг? Бля, хороший вопрос. Будет ли Doomsday игнорить Death? Ладно, давай возьмем. Проверим. Будет ли первый удар, который мы кастим Doomsday, или сокрой игнорить Death? Или только все-таки на Pain of Doom работает? Потому что прикол-то в том, что книжки работают и на то, хотя по идее как бы не должно. Если это скилл Doomsday, где мы тут сокра? Вот. Wizard. Wizard, Wizard. Всякие вот оно. Тик. Damage that ignores death. Итак, теперь нам нужно на черного. Увеличивает урон Pain of Doom на 20%. Так, мы посчитали урон S3. Потом еще раз 29, 320, 328. Поехали на черного дракона. Черный. Первая стадия. Сингл. Ставим. Так. И... Главного петушка. Бабуина. Нет. Я ошибся. Ну, они выглядят для меня одинаково. Где он? Ниже. Я его что, не прокачал на сотый, походу? Бля. Нет. Где бабуин? А, вот он, за нейлой, короче. Так, найдем нейлу. Да, я уже видел, что у нас 100.
Геномский, если вот он. Все. Теперь здесь нам надо скорость атаки, монокост, никаких ампов, чтобы ничего не мешало. Атак спид, кольцо есть у меня вот такое на атак спид. И тут что-нибудь на... Нет, ладно, хватит, да? 1400 хватит. А здесь нам надо... Вот это. И что-нибудь еще надо. Тут у меня есть колечко такое на память. Вот оно. Хорош. Атаку мы брать не будем. Не хочу пересчитывать ничего. 1200, 480. Ну, по идее, он должен набрать за бабуином. Так, что я считаю? Я считаю, будет ли первый каст Doomsday давать игнор дефа. Если сакра одета. Сейчас посмотрим урон. По 36 тысяч там были, кстати, да? Не дает игнор дефа, значит. У дракона нет тафнеса, он должен быть больше. Значит, работает только все-таки на пейновый дом. Хорошо. Какие-то по реликвиям. В смысле, по артефактам? Я думал, как писать. Ну, там мало что может мешать. Но, по идее, можно сделать выжим, куда, какие артефакты куда берутся. Я подумаю об этом. Так, соответственно, у нас S3. Это 9 ударов, общий урон, это финишер. Потом это Spain of Doom дополнительный, который прокает каждый удар у пушку. Нет, не прокает нихера. Дополнительный урон, не должен прокать пушку. Это опять же можно проверить, да? Сейчас посмотрим, будет ли он прокать дважды. Ну, по идее, не должен. Я что-то не понял, почему на Doomsday не прокнула пушек. Неужели один касс всего? Или потому что УВ не наложилось? Типа первые 10 ударов УВ не работает. Так. Сейчас проверим еще одну шляпу. Я что-то не увидел игнор дефа, я не вижу, где он с пушки. На 10 стаках. Ёпта. Нет, тогда на арене это не так. Во, забейте, бля. Я неправильно читал пушку. Нет, мы, конечно, правильно считали, но мы считали не то. На 10 стаках пассивки, то есть когда он 100 раз ударит. Когда он ударит 100 раз, настакает 10 стаков Incarnation of Doom, это надо ему 100 раз ударить. Только после этого его удары будут игнорить деф. То есть 100 раз ударить в PvP, ну, это проблематично, учитывая, что у него... Конечно, C3 бьет 9 раз, если он 4 таргета притянет и по ним даст, это много. Но все равно он быстро их не наберет. То есть это не ваншот, который с игнором деф исхода. Все, тогда это не так страшно. Тьфу-тьфу. Он, конечно, сильный все еще на арене, но эта херня будет в основном использоваться в PvE.
грубо говоря, с Люсикилем вам бой нельзя затягивать. Если вы затягиваете бой с Люсиком, то через какое-то время он начинает, ну, типа, игнорить деф на атаках, и он просто вам кабину отломает, когда он набьет 10 стаков. То есть ему нужно 100 раз урон нанести. А вот это будет, скорее всего, как раз герой в танкопаке. Он будет браться через ЦЦ иммун, неснимаемый. Вот, с тафенсом 40%. Неснимаемый С4, да, это Сокрас, скорее всего, на ПВП на Т4 будет, потому что ему нужно быть в Ц-иммуне во время щита, чтобы кастить свои скиллы, чтобы набирать стаки. Ну, то есть вы начинаете с ним файт. 23 секунды. Почему 23 секунды? На С3 можно взять перк на 16, чтобы снизить. И это получается 9 раз, это 10 ударов. 10 ударов Думсдея. Вот. И прикол в том, что Doomsday бьет это 40, если он 4, ну, троих стянет, то есть это 4 таргета, да, если он стянет всех к танку, 4 таргета, 1 КЦ3, это 40 стаков. Вот, и сейчас мы еще одну штуку проверим, Pain of Doom. Pain of Doom дополнительно прокует, автоатаки прокует, но Pain of Doom с автоатак, будет ли он 2 стака давать? Да, может критовать, конечно. Сейчас мы посчитаем. Вот мы набрали стак. Сейчас надо посмотреть, когда будет 2. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Не прокует. Вам, наверное, надеюсь, Doom, кстати, был. Сейчас проверим еще раз. То есть дополнительный урон с Дума, с C3, который накладывается, он не идет в учет в пушку. То есть там же получается его каждая автоатака фактически двойная. Он наносит урон с автоатаки плюс дополнительный дэмэдж Дума. Так вот, дополнительный дэмэдж Дума не идет в учет хиткаунта для пушки. Это все хуже делает. То есть он мог бы в 2 раза быстрее стакать в идеале. Ребята, что, давайте я со старта нажму, подождите. Я со старта нажму C3, дам 10 стаков, прокну пушку, и после этого 5 ударов выжду. И посмотрим, если с 5 ударов он переведет на 2 стака себя, значит он работает. Если не переведет, значит не идет в учет. Это хуже, потому что хиткаунт минус 2. То есть с Pain of Doom он все-таки... По 2 стака за автоатаку, это много. Так. Вот 10 ударов. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, не идет хиткаунт. Понял, принял. Тогда мне надо на драконе еще раз проверить. Это важно. Блядь, а как я 10 стаков наберу? Надо в жир водить. Собака. Надо набрать 10 стаков, еще умудриться. Что там у нас? Давай тафнис мы возьмем. Физический, магический. Дракон будет бить нас. Так, теперь мы пойдем на черного. Нам нужен танк какой-нибудь, если давайте дозу, и нам нужен хил. О, бля, в каком это пресете она у меня в таком говне одета? У меня давно уже фулл тайм. Ну ладно, это не важно сейчас. Баф даст, щит даст, поехали. Посмотрим. Главное, ей скиллы не кастить. Но она, блин, мне кажется, дракона сейчас Т8 дракона, она, наверное, автоатаками мне переведет. До того, как я на стаку или скилли, блядь, что-нибудь. Здравствуйте. Блядь, что у него прям вообще во все стороны. У него какие-то скейлы, короче, прям я первый раз только анализирую. Прям до хера. Я моногейн,
все. Вот. Да, эта собака переведет его сейчас. Так, ладно, мы на драконах, короче, не берем. Мы тогда сейчас вот так сделаем. Переводись. Пожалуйста, наверное. Так. Здесь так все. Теперь надо убить драконов, подождать КД. Бля, надо было перк на срез КД взять. Не подумал. Амп на таргете 20%. И... сейчас щит на всякий случай нажму и поехали. Это он так... А, там же скорость. Она уже не нужна в мануале даже. Там нет потребности. Там все, я пошире сейчас отдельно скажу. Сейчас я скину это тесту, я тут немножко обосрался со скоростью. Так, мы сейчас сделаем вот так... снизим эту штуку. All damage taken мне не надо. Ладно, вот так возьмем. И скорость набора маны. Дает слишком много скорости. Блин, надо, короче, не ее, а обычную фрей. Вот она пригодилась, обычная фрей. К слову, тизер... у Шал выйдет видосик по обычной фрей. Выйдет еще по одному герою, возможно, одновременно, но не могу пока сказать, какому. По обычной фрей она инфу у меня собрала, мы с ней поговорили. Где обычная фрей? Господи. Она у меня в темном скине, по-моему. Мэй. Вот она. Господи. Какой у меня... что это за пресет, где у меня все герои одеты в какое-то говно? Ладно. Не суть. Не спрашивай, я сам не знаю, что это. Типа у меня Фрей ни в одном пресете уже не одета в Легион. Я не знаю, откуда он подгрузился. Я специально и Фрей, и Лавриль. Я на Лавру. Тут, блядь, лава, у меня Легион уже 100 лет. Я специально, типа, с билетов с четырьмя опциями Full Crit Damage Легион себе сделал. Так, Иллюсики мне теперь нужен еще раз. Где? Вот. Ему не дадут скорость атаки. И он, по идее, сейчас должен настакать. Пока грузится, короче, по реворку Ши, собирающий 3000 скорости. И она больше не требует мануала. Если ей хватает маны, она стоит на месте прямо на старте боя. Есть в King's Raid Rush видос. Открой King's Raid Rush группу. Там есть видос Арине, где-то кидал там недавно, буквально неделю назад, может раньше. А вот, ну, позже точнее. Вот тут то есть он прям недавний, ты быстро найдешь. Вот, и в этом видосе, короче, показывается, у него шестрика скорости. Она на ВБ-3 остается на самом начале боя, вот в самом-самом старте, откуда они бегут, короче. И она весь бой там проводит. Потому что она в фулл скорости, просто стоит на месте. Так, мы тут бьем. Сейчас бы еще я записываю, конечно, поскольку я бью. Нам еще атаку срежут, кстати. 6, 7, 5. Щит фрей пробиваю. А, ну да, у меня не аду 2. Она в говне. Он диспелит? Нет, он диспелит. А, да, диспелит. Давай, 8 стаков. 9. 10.
И кого ты диспелила, с кого? Вася. С себя, что ли? Говно! Дебаф опять словил. Ну там Фрей, по-моему, всех убил, да? Да, неплохо. Найс. Так, я вроде записал без дебафа. Поэтому сделаешь три скорости ши, и все. И она будет, получается, у тебя на старте стоять, сама кастить все скиллы по ротации. Вот. И поехали. Значит, я давал первый каст без 100% скорости, да? Так, 79, или кто-то там критует, это Фрей, походу, да, с автоатак. 259. Это без стаков, но с бафом дезарты на сколько там, 30%, что ли. 292. Теперь в конце, в самом. Вот он прилетел. И я нажимаю скилл. Еще раз. Сто шестьдесят четыре. 181. Это фулл стаки. Нет, игнору деф. На C3 получается. Сколько, насколько я вижу? 161. Просто мы бы увидели очень сильную разницу между игнором дефа и нет, потому что там срез больше, чем 75%. То есть на C3 мы прям бы увидели, короче, что оно гораздо больше стало бить. А там с учетом даже всех перков, минус 50 атаки, получается... 29, что-то там, вот это наша атака, мы словили, короче, за баф на 200% атаки, на 2,2 даже даст Фрей, и после этого мы получили 0,5 срез от дебаф, они даже получили, вот 64 тысячи, вот это значение, плюс это, плюс вот это, 68, потом 20% ампа, а, у нас атака-то другая. Атака 189. 189. 10. Что-то типа такого, ну? Да? Да. 262. Получили 100% атаки за баф. 2,2 от Фрей. Тут на 0,5 поделилось. Это дебаф дракона. Еще, по-моему, не было. Да? 559. 599 это Фрей. Нет, тут клирли, типа, урон его 181. Вон, видишь, цифры прилетают постоянно. И 382, это когда он, наверное, критует. 181, 28%. Сейчас. 228, 412. Это не то вообще. Какое-то говно. Можно, конечно, это на арене проверить.
Вот, 164. И 592 по дракону. 164 на 228, 373. Это получается не его цифра. А там было 500, да? И 1 643 тоже что-то не его цифра. Ну-ка. 92 404 на 228 1 350. Но на него наложилось еще баф на 20% атаки. То есть. Это мы били, получается, с бафом атаки в 100%. Получается, надо забафить на 1,2. Нет. 120 поделить на 100. Нет, 220 поделить на 200. 1,1. То есть повышаем на 10%. И на 2,2,8. То, потому что 20%, 10%. Нет, 653. Окей. 653. 634. 653. 634. 228. 1 490. И еще амп, да? Вот там амп. Есть на нем, но амп и до этого был, правильно? Да. Дюфа, а что у него с Кутурона? Может, я что-то взял? Нет, вроде. Атака бафнулась. 2-2-8, Кутурон. Может, у меня есть Кутурон. Доза в говне. Кутурона нет. Фрей. Очень обычная фрей. В чем? Даже нет Кутурона. Она дает там что? 20% атаки, правильно? Правильно. Кутурона тоже нет. А! Может, там пушка попала? Нет, не попала. Что-то сложно, блядь, так смотреть. Там прокнул щит. Вот 653 он бьет. А потом 1 817 критует. Почему? Типа 2,7 крит урон. Это как будто пушка прокнула. А пушка вообще, кстати, фрей показывается. А нет, ну вот он, вот у меня ответ, 42% крит урона. Все, я понял. Все, это пушка Фрей, которая как бы накладывается, ну как бы нет. Она не показывается, что наложена. Все, понял. Это прокнула пушка, 24%. Короче, нет у него, да, это чистый. Да, давайте посчитаем. Вот это наша атака. На 2,2. Это наша атака в бою. Там где-то 2,3. 2,33 за пэтов. Вот так вот. Потом это скилл. Нам нужно не этого скилла, а вот этого. Это наша атака в бою. Плюс вот так. Ну, понятно. Уже понятно, да, что все. Да, короче, не режется. Все, Doomsday не начинает крит этот игнорить деф. Все. Что там иначе цифры были бы гораздо больше. 440 тысяч атаки он бы там с Doomsday, типа 596, 411 поделить на 9, но умножить на 2 плюс фикс. А, там же на 9 ударов, подожди. Бля. Я закрыл Excel.
Так, не обращайте внимания, у меня тут проблемки с Excel, вот так он открывается. Слава богу, я, блядь, сохранил. Подождите, не все, это за 9 ударов. Так, вот наша атака, в бою. Вот скейл. Плюс вот это значение. 75%. Так. 35 тысяч. Не понял. А, то есть скейл. Вот. 365. Атака у нас порезана. А, дебафа нет. Нет, дебафы. Все. И плюс крит урон. Поскольку он там у нас бил. Вернемся к нашим баранам. По 180. Нет, 180. Это не то. Это не то, сколько он должен быть. Он должен быть по 360 минимум. Это еще без учета книжек я взял. Все, короче, не игнорится. Нет, не надо ресетить. Я имел в виду, я сейчас проверял, что Сакра меняет урон на игнор дефа только на Pain of Doom. То есть сам импактовый вот этот урон, 9 ударов здесь и один финишер, они не игнорят деф ни в каком из вариантов. Сакра, не Сакра, неважно, игнорить деф будет только метка. Вот. И только дамаг метки бафается на 50%. Но при этом на метку работают книги. Вот. Итак, значит, S3 это 9 ударов, 9 проков пушки. Финишер на 500. S3 additional не прокует пушку. Каждый удар Pain of Doom. При этом S3... Давайте теперь возьмем это все с книжками. Я тут брал книжки. Да, это книги. Так, вот это на 1,5 и на 1,5 еще раз, да? Это книги плюс его скейл с сакры. Ой, не сакры, а с Т5 тьмы. Так, дальше вот это на 1,5, на 1,5. 1518%, 1025%. И теперь S3 additional. Это получается Pain of Doom. Он бафается на 2 и на 1,5. 160% каждая автоатака будет наносить. Вот. Итак. А, это еще не все, блядь. 5. Ни хрена. 10-15% тут. Получается 75% на 9,5, 112%, и это ничего не дает. Итак, C3 с сакрой. Пока ладно, можно даже без сакры, да? C3 наносит за 9 ударов, получается, у нас, когда у него уже настакался, полностью настакалась Т5 тьма через минуту, С3 заказ наносит 1518%, плюс потом 10-й удар идет финишеру на 1125%. Помимо этого, если настакана пушка наносится с 9 этих ударов первых, 1012% это игнор деф. Цифры. Вот. Здесь, соответственно, S3 финиша 112% наносит дополнительно. И потом S3 по дефолту у нас бьет, получается, 1,5 на 1,5, 123%. Вот. По дефолту, когда мы нажали C3, вот, и настакали, получается, Т5 тьму, каждый удар его автоатаки или скилла в метку Pain of Doom наносит дополнительно 123% от его атаки. Если мы берем сакру C4 или C3 и выкачиваем ее на фул, то получается весь этот урон начинает игнорить деф. По дефолту он, кстати, не игнорит. Вот так. Вот, а тут игнор деф. Тут S3 additional.
3-5 звезд. Бля, как тут ни хрена пока непонятно. Ладно, потом приведем это в общий вид. Вот, 165% получается, это с каждой автоатаки с игнором дэша с 5-звездочной сокрой. Дополнительный дамаг. Вот, и этот дамаг будет прокать пушку только один раз. А это опять надо проверить. Hello. Это надо проверить. Это надо настакать 10 раз. И посмотреть, будет ли Pain of Doom, именно урон Pain of Doom, прокать пушку. Надо набрать 10 стаков. Стакай. И прикалывает, как он немножечко сдвигается к таргету, когда тот с C3 кастует. Он типа в таргет вжимается. Ставим запись скилла. Сейчас по нём Pain of Doom. Вот теперь скажи, по идее, блядь, это 2 прока или нет? Как определить? Хиткаунт. У нас есть какая-нибудь сакра или что-нибудь на хиткаунт? Нету. Говно. Но этот Pain of Doom точно прокает с каждой тычки. А вот тут не понимаю, сколько это цифр. Можно по ДПС-метру попробовать посчитать. Но я тоже вроде вижу 3 цифры. Ну вот понимаешь, вот это вроде там прикол в том, что они типа прокают одновременно, и это могут быть 2 цифры одинаковые, наложенные друг на друга. И ты хер, короче, это увидишь. Так, вот я настакал. Теперь мы что делаем? Мы же умные, правильно? Так. А я не вижу третью цифру. Могу посчитать ДПС. Нет, мы тупые. Блять. Как плохо. Ну да, это 2 цифры дополнительные. Там идет первый удар. И потом 2 цифры. Фух, чуть не закрыл опять. Как это можно еще проверить? Мне нужно понять, что там 3 удара, а не 4. Хиткаунта у него нет. Обычно обнова моментально. Вот сколько они на Google Play сейчас там, они там немножко неправильно что-то сделали, видимо. Нет артефакта на хиткаунт, да, никакого. А пум, трезубец, да, вот был бы трезубец, сейчас посмотрим, подожди. Я готов даже пожертвовать, мне интересно, я готов пожертвовать трезубцем. Сейчас я его куплю, скорее всего. Купить один ВБ артефакт, это чтобы посмотреть, какой у него хиткаунт. Это, конечно, можно на альте сделать. Но пох. Да, у меня есть трезубец. Он стакается, а, хотя мне не важно, у нас так или нет. Upon taking damage, upon attack, это не то, обессилен. Бля, тут, конечно, хороший артефакт есть так-то. Чтобы тратить его. Build ornament. Туда, наверное, только трезубец работает. Да похуй. Поехали. Все.
все ради науки. Будет прикольно, если у трезубца есть ГКД внутреннее. И он будет прыгать один раз за авто вообще. Сейчас узнаем заодно. У нас, кстати, разбор уже 2,5 часа длится, а мы еще как бы результат никакого такого не выбили прям. Ну, пока он нормально работает. И да, и вот видно, что трезубец обгоняет, потому что с Pain of Doom, короче. А, кстати, я тебя проворонил. С Pain of Doom двойник, да, стоит, шли? Хорошо. Да, запись это будет. Да, хиткаунт по 2, отлично. Тогда мы сейчас узнаем, сколько ударов как раз он делает с фулластаками пушкой. Спасибо за трезубец, отличная идея. Я помнил, что типа есть какой-то артефакт, но я бы не вспомнил, наверное, что это трезубец, если честно. Ну, кстати, он стакается, когда висит, прикольно. Итак, почти момент истины. Так, каждая авто теперь по 2. О, как там стаков много. Давай. Да, по 3. Все, один раз прокует. Получается всего один добавочный урон пушки каждой авте. То есть он хит-эффекта не... Ну, это, кстати, логично достаточно, сами, что он хит-эффекта не прокует пушку. Вот. Окей. Теперь что мы проверяем? Что мы считаем, да? Мы посчитали C3. Это итоговый урон. Он прокает, получается, 10, 9 раз плюс 10. Вот это игнор дефа. И теперь S3. Каждая S3, она автоатаки не игнорит дефа, да? Короче, когда мы, получается, S3, когда мы настакали пушку, нажали S3, каждая автоатака наносит какой-то там X урон свой. Ну, типа авты, это сейчас не особо важно. И, что важно, это 165% плюс 75%. Причем эти 75% еще бустятся на 1,5. 277% каждая его автоатака, именно не ротация, а удар автоатаки, наносит 277% с игнором дефа. Это при 5-звездочной сакре. И, бля, это до хера, конечно. Учитывая, что дамаг... ну автоатак, дамаг удваивается. И автоатаки тоже же игнорят деф, да, у него? Сколько он бьет с автоатак? Давайте посмотрим. 29, 328. Посчитаем скиллов. Так, наверное, надо было с этого начать для ОД. Нас 1, 2, 7, 6. 4 удара, да, у него ротация. По 75%. Вот это получается красненькая игнор деф. Есть черненькая. Так, теперь. И давайте щит посчитаем. Сейчас щит посчитаем и будем это все суммировать. Потому что я уже сам начинаю путаться немного. Щит 270%, да? 1,5. 405%. 405% щит. Ну и плюс 118, но это не суть важно. Ну, 405% щит, это сколько? Слушайте, это дохера. У Фрей щит на... Сколько там? У Фрей, последний раз я считал, на 1078%. То есть, грубо говоря, это 33%, да, почти. Ну ладно, 30%. 30% щита Фрей.
на себя каждые 6 секунд. То есть его надо умудриться еще будет пробить. Учитывая, что он не снимается. Бля, по-моему, это прям это что очень много. А его еще можно забафать сокрой. На 50, да? Пиздец. Это получается 500%. Половина счета for free. То есть, этот чувак каждые 6 секунд при касте скилла накидывает на себя половину счета for free. Вдумайтесь, при АДВ-2. При АДВ-2 у него в бою сколько? Ну... Ну, ляма 3, наверное, атаки, да? 3 ляма атаки на 540%. Это 16 лямов. Ну, ладно, не 3 ляма. Давай 2, да, все-таки. 2 в хорошем случае в таймшоте. 10 лямов щит. Вы, блядь, шутите, что ли? Без КД. 10 лямов щит. На 6 секунд. Это фулл АД2 этики. Чудо правда 370, 357, 388, 313. Скорее всего, щит будет накладываться под УД. Я вот УД не буду брать ему, чтобы проверять, но скорее всего он будет накладываться под УДшкой. Hello, hello. И теперь мы, получается, вот это берем и вот это. Да, все правильно. Да, это получается, блин, если он еще под ОД, слушайте, это прям, это очень сильно для арены, 540% счета. То есть Шамила, у Шамилы достаточно такой толстый щит, да, но он, по-моему, даже послабее. И она как бы такая проблематичная, ну, как бы потому что на старте ее сложно пробить, если она 2-2. Но тут каждые 6 секунд без КД при касте скиллов. Он может себе, кстати, позволить фактически с C1, C2 каждые 6 секунд нажимать скилл. У него 13 секунд КД и там, нажимает на C1, потом на C2 через 6 секунд, потом опять откатывается C1. То есть, как бы он даже без учета C3, который на КД, он может C1 и C2 поддерживать фактически на себе почти всегда щит. Особенно вот с этим сперк. А, ну там нет, там нельзя сокру на первый скилл взять. Ну, кстати, да, получается, что аптайм щита не 100%. Здесь 13, там 13. А щит КД 6. Точнее, висит 6. Получается, что... Щит жирный, но во время боя будет одна секунда или даже полторы, да, когда у него не будет щита, его можно законтролить и убить. Классно, ребята, целых полторы секунды, чтобы убить мага, который у вас, типа, просто всех стянул в лицо и стоит и сбивает под щитом. Очень пока сильно выглядит на арену. Юзанье, вот это щит. Нет, это понятно, я к тому, что это пассивка. А, ну да, пассивка, она же юзает скиллы. Она же щит, когда скилла, скиллы он не юзает в ОД. Ну да, получается, что он, когда нажимает ОД, он факапит себе все. На 10 секунд. Он дает ему щит. Я, видишь, я просто, что, я путаю его с Эзекилем, что типа он просто на авто, ему нельзя будет управлять, что он будет касить скиллы. Он же под ОД не юзает скиллы. Вы делаете ему АДВ-2, это на 15 секунд вы отключаете, типа, скиллы. Он, конечно, больно бьется в автоатак, но он теряет щит. И вот эту штуку теряет свою, что, типа, сколько там щит он получает. Если он убивает, и юзанье ОД, да, юзанье ОД как скилл работает. Но прикол в том, что это 6 секунд, на АДВ-2 действует ОД 15 секунд, и он 9 секунд без щита стоит. Если он не убивает таргет. Но при этом урон с автоатак сейчас мы посмотрим. Может быть, он просто, типа, он включает ОД, убивает вас, типа, всех по очереди. И получает постоянно щиты, и вы не можете ничего с ним сделать. Слушайте, блядь, прям какая-то вообще машина просто на ПВП. По
пока... То есть ему, его надо будет, наверное, верли, типа, развалить, потому что, он, ну, как только он настакает, если он в жиропаке, да, он настакал, он стоит под щитами, если вы его не убили до момента, когда он настакал пушку, то, по-моему, вам Габелла просто. Вот. Значит, C1 мы разобрали. Вот это C1 дамаг первого импакта. Это дота. Это игнор дефа. Это если он настакал фул пушку. Вот. Ну, прикол в том, что как бы он в теории, ну, то есть вот ты представь себе, да, 540% щит за каждый скилл. Ты его попробуй убей еще, учитывая, что у него как бы свой тафнес. То что перк в начале боя? В начале боя, кстати, этот перк, наверное, не нужен, потому что можно будет сразу кастануть скилл. То есть тут тафнес получается 40%. Снижение ЦЦ по нему, кстати, еще на 50, которое ему так-то не особо даже нужно. Вот это вот, это типа, если вы за эти полторы секунды успели его законтролить. Да-да-да, снятие позитивных бафов, типа он еще диспелит СОД. Диспелит, ну ладно, скиллов он диспелит, потому что нельзя брать сокру на второй. Скорее всего, все-таки на четвертый, потому что щит нельзя будет снять. С другой стороны, тут могут взять, кстати, могут выюзать все-таки через вторую сокру с щитом снимаемым, потому что похер, что вам его снимают, если вы раз 6 секунд его накладываете. Да, на 15 секунд. Да, это очень сильно. Сейчас посмотрю, что он с дамагом будет у него. То есть у него автоатака 75% наносит урона. Но. А, ну ладно, она в бою не настакается, да? Но в ПВП настакается. На 1,5 это получается 112. Хотя нет, пока не так. Не делаем. Авто. ПВП. ПВЕ. ПВП 75%. Потом он лишу Д. А, тут еще All Damage Taken Reduce на 30. Это еще амп. 700, сколько? 700 тафнеса, да? ПДД. Класс. Итак, автоатаки носят двойной урон. То есть на 2. Плюс еще кливают, но клив мы не будем учитывать. На 2, и они начинают игнорить деф. По-моему, что там, у него не увеличивается, да, урон автоатак при этих диспел негатив эффектов. Ну да, куда он еще? Итак, то есть Люсик будет бить 150%, это игнор дефа, софты, будет кливать. Ну, в принципе, все. Не так страшно, кстати. Вот в ПВЕ это больше. То есть 150% вот это с игнором дефа будет прилетать вам с каждой автоатаки. 50% от этого будет еще кливать. Вот. А в ПВЕ он это 75% база, потом он настакивает 1,5 Т5 тьмы, умножаем на 2 по ДД, клиф хер с ним, 25%, да, и все. Тоже не так страшно. Вообще это много, 25%, это получается чуть ли не, ну, это, грубо говоря, и дамаг Зикиля. Теперь вопрос. Зачем нужен Зикиль в ПВЕ, если есть Люсикиль, который дамажит с игнором дефа со скиллов и еще и с автоатак? Нихерово так. 500 отпора, слой, который в ТМ 15%. Ты имеешь в виду вот это? Это ТМ. Ну, это не ТМ слой, нет. Это все не ТМ. All damage taken. Это toughness. А вот в сокре, ой, в сокре, в пушке, это... Бля. А это амп или это тафнес или нет? Времени контроля
Я думаю, что да, это стоит того отпора. Он, скорее всего, суммируется. Просто. А как проверить, toughness это или all damage taken? Ну, вообще, кстати. Нет, это toughness. Если бы это был all damage taken, это toughness, да, 100%. Если бы это был слой ТМа на входящий урон, то было бы написано takes 25% reduced damage. Вот. По-другому это формулировка. То есть также all damage taken 25%, да, мы берем Фрей, и вот у нее на C3 также all damage the target takes, то есть all damage taken, опять же, на 50% это amp. Вот, соответственно, это слой toughness, да, он получает слой toughness. И с пушки тоже слой toughness 30%. Ну, это может быть, кстати, на пушке, вы правильно писали. Да, будет добавляться, но не будет... Подожди, доп. Урон, который наносит игнор ТФ. Это C3 Pain of Doom. К автоатакам с игнором ДФ и ОД. Да, но не Pain of Doom не будет прокать пушку. То есть, если ты настакал пушку, и ты нажал C3, повесил стаки, короче, начинаешь Pain of Doom бить, и при этом у тебя сакра на то, что Pain of Doom игнорит ДФ. Ты будешь с каждой авты бить урон автоатаки, урон пушки и один раз Pain of Doom. То есть Pain of Doom не будет второй раз прокать пушку. Вот. Поэтому с каждой авты ты будешь только один раз прокать пушку, дополнительно Pain of Doom с игнором дефа и дополнительно пушку с игнором и автоатаку. Типа. В PvP... Но это не все, кстати. А, ну да, в PvP мы не будем брать сакру на C3 с игнором. Вот. Так вот, в чем прикол? PvE это тоже не все, подождите. У нас тут есть еще Pain of Doom на 1,5, на 1,5. Правильно? Нет, на 2. У нас сакра 5-звездочная. Вот это игнор дефа. И еще плюс 75%. Опять же на 1,5. 503%. Вот. Вот это уже прям плохо. Больно. Короче, этот чел... ПВЕ, когда прошла минута боя, он настакал фул тьму, 5-звездочная пушка, 5-звездочная сакрана, 3-й скилл. Он входит в ОД и на 15 секунд начинает... А, надо будет повесить С3 еще перед этим. Вы нажимаете С3, вешаете Pain of Doom стаки на 10 секунд, заходите в ОД, и эти 10 секунд с каждой его автоатаки он будет наносить 503%, и это будет все игнорить деф. И еще 50% от этого будет разлетаться вокруг. Бля, это много. Это, походу, чувак, который может на ВБ-3 что-то подамажить. То есть на ВБ-3 он начинает с С3. Начинается переходка, он нажимает С3. Прокает 10 раз пушку. То есть вот как его выглядит комбат, да, фуловый. Вот он настакался. Он, получается, нажимает С3. Наносит... Я не буду обычный скейл считать, да? Хотя... Ну, вот, наносит вот это с игнором дефа с С3. Потом вот это с игнором дефа с С3. Вешает стаки Pain of Doom. То есть 1124%. Вешает стаки Pain of Doom. После этого он... Где у меня Pain of Doom? Давайте. Или вот это и есть 5-звездочный сокрой, да? 55% на 1,5 на 2. Да. Вот, Pain of Doom 165. Ну да, там на секунду меньше. Типа, в любом случае, на ВБ-3 там вся переходка 10 длится, поэтому ты как ни крути, не успеешь как бы все 10 секунд бить. Но прикол просто в чем, я хочу посчитать полный прокаст. То есть мы нажимаем C3, наносим 1124%.
Это без Pain of Doom, без СУД, без всего. Это только проки пушки. Вот это Ignore Death. Да? Есть, получается, еще базовый урон C3. Это вот это. Нет, это без пушки, без всего. Вот это. Ладно, вот это будем считать. Вот, вот это без игнора дефа. Потом с игнором дефа это пушка. После этого мы стешим стаки Pain of Doom. Ресетаем ему скилл. Наносим, получается, опять вот это. Плюс игнор дефа, плюс 10 стаков Pain of Doom. С игнором дефа. Потом включаем ОД. И начинаем с каждой автоатаки под ОД наносить 53%. За сколько там? Ну, остался он, грубо говоря, 7 секунд. За 7 секунд фулл ротация секунды 3 занимается. Так, спидом где-то секунду. То есть где-то, ну, что-то, блядь, 1500% в секунду, грубо говоря. Это, ну, такой прям хороший, да, расклад. За 7 секунд. Опять же. Сколько там это? 7, подожди. 7,25. Ну да, это 10 000%. Но вопрос в том. Вопрос в том. Сколько таргетов задевает его автоатаки? Вот этот клифф на 50% с УД и его авто. Будет ли она задевать столбы? Если будет, то возможно, что у него есть действительно. Можно даже попробовать через 3 каста C3. Через Оди, например, играть. Потому что каждый каст C3 получается вот эта цифра. Из них 2700 с игнором дефа. 3 каста C3, потом ОД на автоатаке. Ну, то есть, бля, я пока не сложно загадать. Я не помню, с Кейл и Эрклаус, если честно. Я бы сейчас сравнил прям его с Эрклаусом, если бы у меня сохранились. Я переставлял винду, у меня удалились Кейлы. Вот, и, соответственно, с Эрклаусом я его сейчас пока не сравню. Там вот по сравнению можно было бы понять, да, выйдет он на его уровень или нет. Пока что я думаю, что он будет дамажить из магов больше всего. Потому что у него игнор деф достаточно много процентов. У Эрклауса, конечно... C1 там одно, типа, чуть ли, там C3 сколько, 1500% бьет, или, да, 1600, и, типа, через него дамажит, короче, разваливают кабину. А Клаус стакает, насколько я помню, с каждым боем, правильно? Я помню, у него скейл на C1 3700, игнор дефа, но это, по-моему, фулл на стакали. А он, да, с каждым боем стакает 12%. То есть, бля, ну интересно. Интересно, типа, я думаю, что что-то он на ВБ3 покажет. Итак, давайте суммировать. Все вот это суммировать. Теперь это все я считал просто. Теперь мы делаем, значит, S1. Итоговый урон S1. 1822,5%. Это уже мы берем фулл настаканы через минуту боя. Вот. S1 дот. Это уже с учетом книжек, всей, короче, херни. 1485%. Это тики. Это тики, которые ничего не прокают. S1 дополнительно прокнет у нас 225%. Игнора дефа это пушка. Вот. Это вот полный каст C1. Нет, не 225, 337, 5. Вот. Это получается на стака на это 5 тьма. Вот. И это важно, что на стака на это 5 тьма. Понял, ладно. Вот, это S1 каст. Потом S2. S2 у нас получается 12,37,5%. Плюс, опять же, сколько там, подожди, 75, 150. А тут получается 150 на 1,5. Это 225 как раз. Тут 225. 16,87,5%. 25%. Да, игра не обновляется на Google Store. Это пока что баг, они правят. Вот. Это Ignore Death выделяем. Теперь S3. Каст. 1518%. На 1,5, на 1,5. Да. Вот. Потом S3 финишер. Это 1225%.
1012% ОД. 75 на 9 на 1,5. И здесь еще 112%. Вот это все игнор деф. Потом Pain of Doom. Pain of Doom — это 165%. Сокрой пятизвездочный. 5 звезд, 103. Pain of Doom — это игнор дефа с каждой авты, скилла, со всего, короче, дополнительный урон. Автоатака — 75% скилл всего. Вот, теперь S3 под Pain of Doom будет вот так, плюс вот это, плюс 9 умноженное на стаки Pain of Doom. Вот это правильно? Это почему не посчиталось? Подождите. А, ну это я с матом посчитал. S3 финишер плюс Pain. Это вот это плюс 112% плюс Pain of Doom стак 1. 277. Вот итоговая 274. Все правильно. Бдыщ. Да, будет вилять. Я там, насколько я вижу, для того, чтобы C3 три раза кастануть, пока Pain of Doom висит, ОД ОДИ, наверное, будет неплохо. Сейчас мы разберем на контентах. Я вот сейчас подсуммирую сначала. Потом, что там, S3 финишер, Pain of Doom я посчитал. Авто Pain of Doom. Это атака под Pain of Doom будет, кстати, здесь неправильно, 75. Здесь 75 на 1,5. 113, ну, 112,5. 112,5. Мы же учитываем еще 5-звездочный слой, 50% слой с Т5 тьмы. Вот. И здесь получается с каждой авты еще 112,5% это игнор дефа. Под пушкой плюс Pain of Doom стак. Вот так. Pain of Doom. Это атака, прок пушки. Да. Вот, то есть когда он настакался, мы, соответственно, это, да, это скейл, опять же, фулл настаканный, потому что прокает пушка. Вот. И тут УВ плюс ОВ. Вот. Ту-ту-ру-ту-ту. Все. СВ. СВ подсуммируем. Будет, получается, 220... А, тут вот так вот. Здесь 0. Здесь Pain of Doom 165 плюс 112% пушк плюс 225%, да, нет, 225%. Это застаканная автоатака, 502. Так, давайте. И тоже. Вот Т5 тьмой. Фуловый, то есть через минуту боя. Почему через минуту боя, да, настакается вот опять тьма фул. Под фул стаками пушки, это значит, что он сделал 100 ударов. Вот. Скиллы имеют такие скейлы. Это с учетом книжек и 5 стаков Т5 тьмы. С1 бьет 1822%, плюс с пушки будет прокать 3 раза урон, 338%. Сам по себе скейл... урон не особо большой. То есть 1800% с кулдауном 13 секунд – это маленький ДПС. 338% игнора дефа – это, грубо говоря, две пассивки Эрклауса. То есть вы, чтобы понимали, да, на самом деле это не такой большой урон, учитывая, что это 13 секунд КД. С1 будет вешать доту, которая не прокует пушку, не прокует ничего, но эта дота дамажит еще там, 1500%. Вот, но доты не критуют, зато доты там игнорят деф и так далее. То есть, в принципе, на PvP это будет иметь еще какой-то небольшой урон, хотя это не игнор дефа. На PvE это небольшие цифры, это тик яда лоры в секунду. Лора на фулл стаках ядом тикает там по 1500%. То есть, по боссу у лоры тик яда там 1500 где-то процентов. То есть, в
весь его дамаг первого скилла от дотов, это всего лишь один тик яда лоры, одна секунда ее тика. Вот. Это чтобы вы понимали, ну, сравнение, да, урон, дот урона. То есть это прям немного. Вот это прям совсем немного, учитывая, что дот урон не критует. С2. В принципе, С2-1 это первый каст. Потом С2-2 это второй каст. Это уже итоговые суммы, да, процентные. Тоже немного, в принципе, да, игнора дефа тут как бы еще меньше, потому что это скиллы, которые нельзя друг за другом юзать. Вот, то есть вы S1-1 нажимаете отдельно, наносите вот этот урон. Потом ждете 13 секунд, нажимаете этот скилл. Это получается, что с кулдауном в 13 секунд скилл, который наносит еще меньше, чем S1. Поэтому в PvE S2 меньше урона наносит еще и чем S1. Вот. Но у... Да, да, все. И закончили. S3. Полный каст S3, типа, это 9 ударов в сумме на 1518%. И при этом каждый из ударов будет прокать пушку, и это 1000% игнор дефа. Вот это уже прилично за каст. Плюс у S3 есть финишер, последний удар, 10-й, да, он еще наносит 1100%, плюс 112 один раз прокать пушку. Вот, и потом вешается Pain of Doom. То есть, когда вы кастуете C3, на все задетые таргеты вешается дебаф, называется Pain of Doom. Кстати, он вешается в конце каста или с первого удара? По-моему, в конце каста, да? Да. Именно последний удар вешается так, Pain of Doom. Это грустно, потому что он сам себя не прокает. То есть самый первый удар C3 наносит вот такой урон. Это без игнора дефа 2600, с игнором дефа 1124. Игнор дефа идет весь от пушки. Вот. Дальше. Как только вы повесили стаки Pain of Doom с третьего скилла, если вы успеете еще раз его кастануть, а скилл Pain of Doom висит, получается, 10 секунд всего, скилл откатывается 23, с перком будет откатываться 16. Правильно? Да, 16. Вот. Откатывается 16 секунд, но если вы его ресетните, это либо ОД Одди, либо пушка Одди, либо С2 приз, например, вот, вы можете кастануть С3 еще раз в Pain of Doom стаке, и тогда будет базовый урон такой же 2600, а вот урон с игнором дефа повысится до 2774, то есть вырастет больше, чем в два раза. Вот. Ну и, соответственно, автоатаки под Pain of Doom 277% наносит. То есть, по идее, его ротация, да, выглядит так. Вы должны настакать Т5 тьму, вы должны настакать пушку 100 стаков. Вот. Как только вы настакиваете, вы начинаете бить игнором дефа. Вот. И с Pain of Doom после третьего скилла ваша каждая автоатака наносит базово 112,5% плюс 277,5% игнором дефа. Каждая автоатака. Это много, это больше, наверное, чем у Изикиля. Причем у Изикиля под тьмой. Вот. Этому челику надо настакаться, и он постоянно будет с автоатак дамажить больше, чем Изикиль с автоатак бьет. Под его типа инрагой. Я не помню точные скиллы, могу ошибаться, но там у Изикиля где-то такой тоже урон, по-моему. Вот, это много, это хороший урон с автоатак, но это надо настакать. Вот. Из-за того, что вот такие вот всякие условности на контентах, на самом деле он заходит по-разному. Это не имба. Я вот типа сейчас могу сказать, что да, у него есть сильные стороны, он очень сильный на PvP, по крайней мере сейчас в теории, да, он на PvP, у него очень много интересных использований. Он может как быть, короче, ваншотером со старта через второй скилл, потому что у второго скилла все-таки вот на старте 1600%, без прока пушки, конечно, да, но 1600% это, в принципе, неплохой скилл для скилла, который просто со старта всех в себя стягивает. Вот. Потом он дает, соответственно, C3, вешает Pain of Doom и начинает автоатаками бить, короче, игнором дефа под третью сокрой. Это если вы играете через третью сокру, правда, в PvP, скорее всего, не будут брать. Поэтому игнор дефа там будет ждать пушку. Так вот, C3 зато повесит 40 стаков сразу. И еще один каст одного C3. А вот, кстати, повесит 40 стаков и сожрет всем ману на 1800. То есть его ротация, грубо говоря, вот в одном из вариантов, да, ротация выглядит так. Вы даете C2, стягиваете всех себя. А вот, это сокрой C4. Вы в иммуне контролю со старта, с щитом. Можете дать C2. Вот, причем в неснимаемом иммуне контролю. Даете спокойно C2, вас ничем не прервать.
Вот, вам ничего не сделают, в отличие от киселя, которого вы можете законтролить, которого можно снять. Здесь вам ничего это не прервет, потому что ему на контроле не снимается, щит не снимается. Вот, сокрой на c4. Соответственно, вы 100% даете второй скилл, всех в себя стягиваете, оглушаете, жрете, потом, ну, типа, оглушаете и наносите дэмэдж. Это 1600. Потом вы накапливаете ману на c3, вы все еще в иммуне контроля, потому что c2 вам обновил его 6 секунд. У вас есть 6 секунд, вы накапливаете 4 маны, даете c3. Вот противники тоже не особо не могут барахтаться, потому что они 1800 маны потеряют от вашего c3. Нет, они сейчас не могут. Ладно, нормально. Набирайте, короче, 4 маны и кастуйте c3. c3 дает вам 40 стаков, кд 23 секунды. Вот, вы жрете всем 1800 маны, дамажите, не прокаете пока пушку, у вас нет никакого игнор дефа, у вас только вот эти голые цифры. Но прикол в том, что как только 23 секунды проходит и вы нажимаете C3 еще раз, вы стакаете пушку, потому что там достаточно такой неплохой радиус, он задевает всех, да, и делает 10 ударов, это получается 40 стаков с одного C3. Вот. То есть два раза C3 он кастует, как раз между ними будут автоатаки, это 100 стаков, и он начинает бить игнором дефа. И вот следующий, третий C3 уже вам писец. Вот. То есть, но до этого надо дожить. То есть это герой, который со старта может, получается, в иммуне контроле у вас притянуть, да, оглушить с C2. Вот. Но ничего прям такого страшного именно из себя он не представляет по сравнению с киселем, потому что кисель именно запрещает ману. То есть там нужно прям 100% диспелить, а эту, например, Соня может словить просто и не получить контроля. Вот этого чувака будут, скорее всего, ставить в танкопаке, потому что он очень хорошо живет. Щит на 540%, S4, кстати, 540%. Вот. Ну, вообще по дефолту, типа, это 270% на 1,5, 405, S4 плюс S4, это получается 270 на 2. 100% щит. Вот это половина щита фрей. Фрей. Прошу прощения. Ой, что-то прям в писец. Вы смотрите, сколько у него всего. Всего разного. Давайте по контенту пройдемся. General. Это общее, да? Общее вообще. Стоит ли, например, с него стартовать? И давайте оценку поставим в конце все-таки, да? Значит, Триал. Триал 5 из 5. Это герой, который однозначно, он стоит, он режет хил-рейд с первого скилла, то есть босс будет меньше хилиться. Он, соответственно, имеет щит на себя с иммунным контролем, который поглощает урон. Это хорошо, например, для капли. Когда капля на вас падает, да, он меньше шанс, что он умрет. Но при этом у него очень слой тафнес, он как бы, в принципе, ему сложно умереть. Вот. Значит, что вам нужно будет на триале? На триале вы берете сокру на третий скилл, нажимаете фактически там, когда вам нужно, типа, ну, когда сейчас начнется дамаг-переходка, дамаг-фаза, вы нажимаете C3, накладываете Pain of Doom и просто, типа, пока вот этот босс vulnerable, грубо говоря, пока босса можно бить, наносить, да, максимальный урон, когда сдаются все бурсты, вы просто бьете автоатаками. Каждая автоатака у вас будет наносить по 300% с игнором дефа. Вот. У изолет C2 я считал сколько? 3000%, да, или 2500, 3000% игнора дефа на C2 скилле. То есть у изолет C2 это скилл, который фактически там чуть ли не шотает этого, чуть ли не шотает босса. Вот. И здесь он, грубо говоря, за 10 автоатак, а автоатаки это не ротации, да, именно 10 автоатак, ротации 4 штуки. То есть он вполне спокойно за время каста и за лет, пока она кастует C2, он просто автоатаками набьет столько же урона с игнором дефа под Pain of Doom третьим. Вот. Но это, правда, со стаканной пушкой. Подождите, это со стаканной пушкой. Без настаканной пушки 160, ну, то есть в два раза меньше, ладно. Но все равно это много, то есть 1600%, да, за просто 2,5 ротации автоатак. А вот 1600% игнор дефа. Без кастов, без всего. Его задача на триале, по сути, просто настакать. Как только вы настакаете, пройдет минута боя, вы настакаете 100 стаков, у вас запустится пушка, и вы просто с C3, короче, босса развалите. А вот. Это, наверное, самое главное у него. То есть ему ресетать может только рехатно. 16 секунд.
Сколько ореха дает КД? 4, да? 4 сокрой. Давай 5. 6,5 секунд. 6,5 секунд. Нет, ему не хватит. Я просто думал, прикол можно попробовать дать C3 еще раз в Pain of Doom через реху. Но тут 23 минус 7, это 16. И реха на 6,5 откатит. Не хватит чуть-чуть. И по идее, можно попробовать взять каких-нибудь героев, которые в ТМ-шмотках на откат умений на 3%. Вот, взять реху, но это там сокрунда будет до фула качать. Ну, либо много героев с откатом КД. Вот, и вы, получается, в босса даете С3, нажимаете С3 рехи, прокуют эти пушки, ну, шмотки ТМные, короче, на героях. У него откатывается С3, пока еще по инноводу висит. Вы нажимаете его еще раз, и там от босса просто вот этот кусок отваливается. Нет, у меня там по инноводу, да, будет? Там будет 9... На Pain of Doom. Даже 10. 10 на Pain of Doom. 1600 еще сверху просто на окоста. Ну да, или на C3 10% тоже, кстати, да. Но нет, скорее лучше все-таки ему будет ТМ на дамаг брать. Так, короче, Триал 5, потому что этот чел сложно убивается. У него есть хил рейд на босса и у него хороший урон. Урон у него прикол именно в том, что есть видосы, да, где изолет, например, 10-й триал шотает с коста. Вот. Есть, где 10-й триал Лилия шотает там, с 1-2 костов. Иезекииль так не сможет. У него игнора дефа сходу прям нет. Он не может прям вот зайти в бой, да, нажать какую-то одну кнопку и все, и игнором дефа начать херачить. В смысле много, ладно, он не может зайти в бой, да, и сразу начать бить игнором дефа. Он дает С3 и начинает бить игнором дефа с автоатак. Если честно, если у вас нет пробива, то я бы С1, С2 не рекомендовал нажимать на нем вообще. Лучше бить с автоатак по 165% игнором дефа Pain of Doom. Вот. Чем касить скиллы, которые наносят 1600%. Но при этом, если они будут прокать пушку, это 1600% будет резаться боссом процентов на 90, ну, 90, грубо говоря. Вот, то есть у вас каст этого скилла будет наносить 168% урона. Одна автоатака будет под Pain of Doom наносить больше. Под C3. Соответственно, начинаете бой, ждете переходку нужную, нажимаете C3 и бьете автоатаками. Вот. С точки зрения набора стаков, C1, C2 тоже невыгодны, потому что у них дольше анимации, у них делается там 2-3 удара, вы за это время сдадите 1-2 ротации автоатак, это 4-8 там, стаков, 4-6-8 стаков. Это все еще больше, чем набирает первый-второй скилл. Скиллы первый-второй, я думаю, есть смысл кастить только когда вы набили полностью пушку. До этого... Для того, чтобы на триале выйти максимально в ваш ДПС, да, вы даете только С3, и под С3 просто бьете автоатаками под Pain of Doom. Все, и вы набираете так, соответственно, за 2 ротации, это 23 плюс 23, 48 секунд, ой, 46. Через 46 секунд вы набираете 100 стаков, а вот у вас буквально через 15 секунд уже прокует пушка. Ой, не пушка, а Т5 тьма полностью прокает. Вот. И следующий, типа, следующая С3, и вы с автоатак потом босса просто ну, уничтожаете на куски. Как раз на боссе уже дополнительные слои будут. Вот. Но он сильный с точки зрения, что как бы у него свой щит, вот, на поглощение урона дополнительно, если вы там где-то вдруг посрались. Вот. По крайней мере, на шарик это поможет. Это поможет на шарик, это поможет на доту. Вот. Волна щит сдиспелит, потому что не диспелит щит только на С4 сокре, а С4 сокру вы на ПВЕ брать не будете. На ПВЕ берется только сокра на третий скилл. Вот. Так, Триал, значит, Эклипс. Автоатаки по 277%. Дата патч, то фикс, она уменьшится. Да, еще он включает СВ потом на переходке.
Особенно если он настакался, то все, босс убил в любом случае. У него очень много урона именно при активации ОД и при С3. После С3, точнее, с сокрой. Сейчас Люсики степап саман, да, не у всех работает. А что, подожди, будет? А, просто апдейтится и все. То есть не будет ресета, не будет тех работ. Так, Эклипс. Он настакал. В Эклипсе на затмении, да, он настакал фул. Начинаются боссы. 40-я волна. Он выходит на босса. С1, С2, вот это урон вообще его не считаем. Он нулевый, потому что там у них дефа просто до выше крыши. Юзает, он постоянно находится под щитами, потому что кастит скиллы. И бьется в таатак по 277% фулл на стакане. Правильно? А, это Pain of Doom. получается, да? С каждой афты по 125%. Сколько у Дима Эля скилл? Где Димка? Вот он. Сейчас мы сравним с Димаэлем и посмотрим. Я знаю, докуда примерно Димаэль доходит. Просто у него типа скиллы, в отличие от Эрклауса, да, у которого есть С1 с большим прокастом, большим процентом игнора дефа, у Люси Киля дамаг на затмении будет в основном просто с автоатак. То есть, да, он может дать С3, нанести много урона, повесить метку Pain of Doom, но откат у нее 23 секунды. У вас нет скиллов, которые вам позволяют откатывать обилки. Вот, там, как у Лоры, например, да, что-нибудь такого, что вам откатывает скиллы. И при этом КД достаточно большие. И получается, что вы раз там в 4-5 волн можете босса какого-то прям вот С3 сходу нажать, активировать Pain of Doom и просто за пару автоатак, там, грубо говоря, его убить. Вот. Ну, не пару, да, но убить его достаточно быстро. Но следующий босс вы приходите, у вас КД на С3, С1, С2 на затмении особо не дамажат, потому что там очень много дефа, и у вас эти проценты 1200, 1800, это вообще ни о чем. По игнору дефа, там деф уходит за 400 тысяч, это 93%, короче, поглощения, они срали вообще на ваши эти проценты, типа, без игнора. Вот. А фул пробив его забивать невыгодно, потому что у него игнора дефа много. Вот, соответственно, сейчас мы Димку посчитаем. То есть это герой, который будет автоатаками. Сейчас мы посмотрим, сколько Димаэль бьет с автоатаком. И будет понятно, типа, насколько далеко может зайти Люси Киль. 98, 57, 74, 440. Все познается в сравнении. 56, 290. Так, тут что у нас? Это говно. Не нужно, да, у него игнор только на атак 53-055. Атака героя, теперь снимаем Сережку. 28-795 и 38-978. 51% у Димаэля. Но еще плюс 75. Плюс 50%, да? Бля, слушай. Да. Он если настакает пушку. 77, короче. То есть, как только Люси Киль настакает пушку, он начинает фактически с каждой афты наносить дамаг Димаэля. Без ОД, без бу этого, Дума, без всего. То есть, он просто бьет голыми цифрами по 112,5%. Это, ну, даже не атаки, это больше, чем автоатаки Димаэля, которые он убивает, игнор дефа. Вот, поэтому... Это такая усовершенствованная, вот именно на затмении, это усовершенствование версии Димаэля, которая пройдет дальше, чем Димаэль. Потому что он на сложных моментах может еще и скиллами, прям, если вы понимаете, что вы не успеваете, да, вы даете С3 и начинаете прям хорошо бить. 40% превью тима. Так, подожди. Это можно... Ну, это не сильно выровняет, конечно. Но, по крайней мере, будет одинаково. Да, дэмэдж 40%, то есть... 55 вот это на 1,9.
Но это все равно больше у Юсикиля 112,5. А вот это получается на 15% больше ДПС автоатак, чем у Димки. Вот у Юсика. Но есть минус, да, он милик. Он милик, конечно, у него тафнет слой, но его, возможно, развалят какой-то все-таки после 50-го этажа, когда там такой урон начинает входить, что никакие щиты АДВ-2 Фрей не спасают, там типа танк разваливается в щи, и этот же Люсикиль, который стоит, он же милишник, вот он стоит, он прям по лицу получит пипец как. Поэтому с точки зрения урона он пройдет дальше, чем Димаэль. С точки зрения общей выживаемости, я думаю, что нет, это где-то наравне. Почему? Потому что Люсикилю, скорее всего, придется брать как Эфис кольцо. То есть Эфис, который охотит, да, убивает боссов костами по 1500%, насколько я помню. Это. Или, да, что-то в районе 1500% фулл каст C1 Эфис. Это получается 12 автоатак Люсикиля. То есть это 3 полные ротации его автоатак, это C1 Эфис 1. Вот. Во-первых, это достаточно долго, он долго наносит урон. А во-вторых, он милишник. И если брать ему в сравнении с Димаэлем, да, Люсикилю придется брать артефакт на кольцо на деф, а Димаэль может взять артефакт на ДПС, который поднимет его ДПС на 30-40%, и это будет больше, чем у Люсикиля. Вот. Но у Люсикиля зато есть скиллы, которые дамажат игнором дефа. По крайней мере, C3, да, который Pain of Doom наложит, и под Pain of Doom он прям будет уже больно наносить. Короче, в итоге затмение я ставлю 4 лично. То есть, это герой, который не говно на затмении, но и покорять там типа 75-е этажи какие-нибудь, да, как это делает Талиша, Криша, Эфис, Селена, он не может. Таких скейлов больших у него нет. И такого постоянного урона с игнором дефа. С автоатак много, конечно, дамажит. Но вы понимаете, он дамажит типа с автоатак много, но босс через 7-8 секунд начинает косить скиллы. На 55-й плюс волне вам, короче, кабину отрывает любой рандомный скилл. Грубо говоря, там жить очень сложно. Шакмай мелкий. Мелкий шакмай. Троечка, плохо. На мелкого, вообще большого шакмея двойка такая. Ну, я бы единичку даже поставил. Мало процентов. Там не важен игнор дефа. И вот эти 500% софты какой-нибудь, да, под ОД. То есть Сесиль с автоатак делает очень много ротаций. Там за ротацию наносит, короче, по С2 бешеные цифры, там сколько 3000%, что ли, короче. Вот, это голые цифры. У него на C3 фуллкасте такой же урон, как Сесилька за это время на автоатак набьет. Вот, поэтому с точки зрения урона по шакме, где не нужен игнор дефа, у него дамаг слабенький. А вот, поэтому это герой, который там пройдет, наверное, не особо далеко. Так, сейчас я прикину, что тут автоатаки по 75. Ну да, да, я тут не вижу потенциал. То есть есть скилл на 2600 C3. А, это финит, да, вот на 2600 C3. Но, как бы, мало, мало, ребята, 2600. У Пансероны, да, то есть у Пансероны каст C1 это 7700, что-то такое. Или там, да, что-то в районе 7700, короче. Вот, это один каст C1 у нее, флоуй под огнем. А у него на всем C3 2600, 1/3 скилла. Нет, ТМ на автоатаке нет. Не стоит. Почему ТМ на автоатаке? Потому что сокращенная корона 5%. А, еще 50% C4, типа, ну да, тогда еще лучше стимайли. ТМ на автоатаке нет, потому что у него прокает пушка. Пушка прокает с каждой автоатаки 75%, и на это не работает урон от ТМа на авты. То есть он не будет работать на урон пушки. Поэтому ему брать либо игнор дефа, либо процентный урон. Ну, процентный дамаг. Сейчас мы примерно соберем по шмоткам.
Сейчас Биг Шак моя слабенькая. То есть скейлы хорошие. Как, вот, как бы это сказать? Типа процентные скейлы вот эти. Я даю эти оценки с точки зрения прогресса на мид таком аккаунте. То есть, когда у вас люсикиль там АВ2, но у вас еще саппорты там плохо одеты, да, у вас там не так много урона, и вот у вас вы люсикили собрали, конечно, вы пойдете на шакме, и вы там, да, быстро изи его не зачистите, как чистит, например, лора. Но, когда у вас все залито, вот вы потом можете найти где-нибудь видос, короче, какого-нибудь японца или корейца, у него все саппорты АВ2, люсикили АВ2 full ТМ с пятизвездочным артефактом, я не знаю, там, какой-нибудь этот Вилькозаровский, короче, на урон, да, по негероям. Вот. Ну, то есть, что им вот, вот такое прям уж, да, зашибенное, чего как бы у среднестатического игрока, в принципе, не будет. Так вот, такой люсикиль с С3, который наносит всего лишь 2600%, будет, скорее всего, шотать пачку крипов. Без игнор деф. Ему не нужен даже игнор деф, не нужен Pain of Doom. Он будет просто нажимать С3, и пачка крипов будет шотаться, типа, до... этот, до иммуна, там 10% у них остается. Вот. Поэтому вы рано или поздно сможете найти какой-нибудь видос, где люсикиль чистит, и 9-го small шакме, big шакме нет, вряд ли пройдет. Но вот маленького 9-го, да, он пройти все еще в состоянии. Я вам больше скажу, у Грэмори не очень она на small шакме, но есть люди, которые Грэмори закрыли 9-е small шакме. Вот. Но я ставлю ему тройку, потому что ну, не потому, что он не может его пройти, а потому что в градации героев, которые зачищают Смол Шакме, если Лора, Кирзе, там вот эти герои имеют 5, то по сравнению с ними у него максимум 3. То есть, в принципе, если вы там его прям в лейт оденете, короче, вы пройдете маленького Шакме, ребята, проходит лакрак. Там с маленького шакме можно фуловой эндовой пачкой, короче, 9-го закрыть, когда у вас там охрененно залитый аккаунт, так классные артефакты, АВ2 саппорты, АВ2 ДД, вот. Вы закроете 9-го шакме и люсикилем. Он там, так бы, надамажит. Вот. Но по сравнению с героями, которые это делают там по-другому, да, грубо говоря, там на каком-то, ну, 40-м левеле аккаунта, вот вы начали развиваться, Ксера дойдет гораздо дальше, Лора дойдет гораздо дальше, Кирза дойдет гораздо дальше, чем он, потому что скейлы у него небольшие для Шакме. Там нужны больше именно голые цифры, там на игнор дефа насрать. Биг Шакме та же история, с Биг Шакме я сомневаюсь, что он закроет даже 9-ку, может быть, с 8-кой будут проблемы, потому что маловатые проценты, и хотя игнор дефа есть по столбу, на столбе, по-моему, тоже нужны просто голые цифры. Ну, то есть, там такое ситуативно. 9-ку он закроет вряд ли. То есть, это надо прям очень сильно залить пачку, чтобы он 9-ку закрыл. И, скорее всего, это будет кто-то помогать. Вот. Опять же, да, есть видосы, например, где показывали, я видел видос, где чувак закрывал... Ой, лакраком, по-моему. Он, короче, взял лакрака... залил ему, типа, там, что-то 8-ку, по-моему, он закрывал, что ли. Лакрак был залитый в щи. Саппорты залитые в щи. Но самое главное, что лакрак давал, типа, там, 3 миллиарда ДПСа. И прям под ним еще сидела Пансерона, которая просто не ловила бафы, потому что у нее было меньше атаки. Она давала 2,9. И в сумме это, как бы, блядь, вообще так-то 6-ка. Вот. Но чувак назвал это видео «Лакрак закрывает, типа, 9-го Биг Шакме», хотя на самом деле лакрак в соло ДПС там... Вот так бы только закрыл. Вот. Поэтому тут, ну вот оно, понимаете, оно все относительно. Это вот сложные моменты, все, что я говорю, это вот, ну, как-то сложно так вот именно объяснить, чтобы это неправильно никто не интерпретировал. Вот. Вот эти рейтинги учитываются именно по отношению с другими персонажами. Не его личное, короче, да, не его личный перформанс на этом контенте, что может ли он закрыть там каповый этаж или нет, а именно его перформанс по отношению к другим игрокам, к другим героям, которые вот прям херачит на этих контентах. Поэтому 5, 4, даже Eclipse я бы даже поставил где-то 3,5, потому что, ну, такой, типа, он все-таки Грэмори, например, не так далеко заходит, как Селена там и остальные, вот, но при этом и, как бы, он не на уровне Грэмори, он слабее Грэмори на Eclipse, поэтому тут 4 такая шаткая. Вот, Big Small Шакме, Big Шакме, что там еще? Триал Галгория, Темреги, да? Галгория. Проценты там нахер не нужны. Игнор дефа, он только настакает. Но тут
четверка, наверное. Четверка, потому что до пятерки немножко не дотягивает, ему стакаться надо. Ему нужно набрать стаки. Ему нужно для того, чтобы дамажить, да, должна, во-первых, пройти минута, плюс 50% ДПС, во-вторых, чтобы бить нормально игнором дефа, нужно, чтобы он настакал 100 стаков с пушки. Вот, 100 стаков с пушки на Голгории сложно настакать, потому что она жрет ману, а у него достаточно много жрут скиллы. Вот. И, соответственно, он будет на авто юзать скиллы, во-первых, а они стакают меньше, чем автоатаки. Во-вторых, он будет реже нажимать C3, потому что она много живет, а он будет юзать еще другие, и у него будет проблемы с маной. Вот. А больше всего стакает C3, потому что это 10 ударов за каст. Вот. И, соответственно, он просто будет бить с автоатак. Давайте посмотрим, за сколько он наберет 100 стаков. Возьмем ему... Сделаем вид, что это фафрей, да, которая дает... Сколько там... 400, кстати, это еще кожа, дает 500. Вот у него 1650 плюс там бафы. Ну, вот, грубо говоря, да, такой атак спид у него будет файт. Давайте посмотрим, за сколько он астакает. Жалко, авто нельзя нажать. Ну, грубо говоря, я нажму скиллы 0,6 секунд. И вот пошли, да. Ну, ладно, я рано, конечно, нажал скилл. Маг. Только милик. Где-то, короче, минута. Плюс-минус. То есть первую минуту он дамажит очень мало. Потом он настакивает пушку, и он начинает босса... Ну, бля, ну, в общем-то, наверное, даже не четверка, нет, это пять. То есть этому чуваку нужна минута. Прикол в чем? Это почему на Голгории все-таки пятерка? Эту минуту ему дадут. Он не дамажит особо без пушки. По крайней мере, с автоатак, да, только по Doomsday, как бы Pain of Doom, с Doomsday надо еще и кастануть, надо ману набрать. Вот. Соответственно, самый лучший его вариант будет ставить на автоповтор макрос, который будет нажимать только C3, C1, C2 не нажимать, потому что трата на них маны, это вам факапит C3. Вот. Соответственно, так как он вначале дамажит только игнором дефа после Pain of Doom, после Doomsday, он сильно не улетит вперед. То есть в клетке будет ваш другой ДД, а Люсикиль будет минуту набирать стаки. Вот. Но он будет пятеркой, видите, в сетапе желательно, где 3 ДДшника. То есть вы минуту 2 ДДшника друг у друга забирают клетку, Люсикиль стакается, после этого, как только он настакал через минуту, у него плюс 50% урона, у него проки пушки, и он поехал, короче, боссу кабину отрывать. Вот. Прикол именно 3 ДД в том, что если у вас... 2 ДДшника, ну, и Люсикиль, или еще какой-то другой ДДшник плюнет просто один скилл, там, Грэмори, да, останется один, все, и она будет минуту стоять в блоках постоянных, пока он, типа, стакается. Но минуту вы не будете дамажить босса, это очень плохо, потому что Голгория желательно должна заканчиваться где-то минуты за две. Вот, развалит ли он за минуту потом босса, как бы, это сложно сказать, потому что он в клетку будет вставать все-таки периодически. Ну, то есть, это такой, знаете... Вантрик пони. Его, он под галку зайдет, я вижу, что он, ну да, будет дамажить много, но это надо вот прям сетап такой собрать. Желательно 3 ДДшника. Желательно, типа, такой немножко жирный сетап, потому что возможно, что вам придется немножко задержаться на Голгории, да, вы не можете ее убить там за, первые, там за первую минуту, как это обычно делают. ДПС у него из-за этого будет небольшой. То есть, если смотреть какие-нибудь видосы с Люсикилем, скорее всего, у него не будет большого ДПСа. Почему? Потому что ДПС – это дамаг за, ну, типа, за потраченное время. Вот. А у него без пушки, игнора дефа мало, цифры маленькие, соответственно, он как бы много-то и не даст.
это нормально, это потому что ты увидел урона физиков. То есть тут в любом случае. Кстати, он на ВБ-3 все равно не догонит. Люди какие-то, даже 45 человек смотрят. Давайте. Люси, Киель. О, даже уже тут есть что-то. Тизер видео. Это какой-то стрим. Flave Stage of Flow, Лита. Те-те-те-те. Бля, тут стримы пошли. Смотрите, сколько стримов. Есть что-нибудь свежее? Today. Только Trail Flow, да? Давайте посмотрим. Мне даже интересно тоже. На Голгории, скорее всего, челик выложит, который на Грэмори выложит видос. Стыкает усики. Стакает пенитру на скорость атаки. Мэй здесь в первую очередь не для пенитры, а для скорости атаки. Странно, почему не фифрей, кстати. Зима атаку ему стакает, по-моему, не фифрей, так не прокачанный. Может быть, нужен дополнительный макдеф. А, ну там Лаврель почти отклеивается. Ну, неплохо. Сколько у него там? 4 стака пока что. Это вот он после Pain of Doom дамажит. Вот он получит. Там... Вот у него нет ДПС, да, 15 лямов. Хотя босс в, этом, в волне. Вот он под бафом получается, дали ему баф лавры, и все, и он поехал получается. Вот он там буквально по 100 миллионов, типа там, за несколько автоатак, то есть по 50 лямов, короче, с автобьет, грубо говоря. На солнце как хп босс поползло. Ну да, он C1, а C1 что не сдает, на минус хилей босс. Тут уже что, 9 стаков ОД, 9 стаков пушки. Тут уже лавра фул настакалась, баф крит урона. И вот он пошел автоатаками отрывать куски. Ну видите, то есть прикол в чем, да? Герой типа Аиши на бурсте, да, типа на фул там пенитре на бурсте, герой типа изолет, вот с большим игнором дефа, он на, к этому моменту уже босса фактически шотает, то есть тут дается просто один каст, и босс пфу, летает, короче, в трубу. Вот, то есть, в принципе, дамаг такой не имбовый, вот, сам по себе. Вот он настакал пушку. Да, настакал. Минута 58. Все, и вот пошли, короче, уже даже с автоатаки он начинает дамажить. Я пропустил момент, подождите. Вот, да, вот было 43%, и тут закаст, хоп, 36, 7% C3. Но это не двойной C3, который Pain of Doom дает. И вот под Pain of Doom автоатаками опять, короче, урон пошел. Почти такой же, как под Proc'ом ОД. Под скиллом АД. Это, кстати, слабый стаб. Здесь Фефрей, я думаю, зайдет лучше. Ну, неплохо, да, под ОД хорошо прям разваливает. Ну да, он немножко долго стакается, как бы, сходу. Вот, ну, неплохо, то есть... Это урон не имбовый, это урон не бурстовый, это герой такой, да, который не бурстит там за удар, короче, шотает просто сходу. Но это герой, который может, как бы, в принципе, урон выдать достаточно большой, потому что он весь с игнором дефа. Потенциал у него есть. Вот, контента. Голгория 5. Давайте, нет, на 4 все-таки опущу, не буду это, конечно. Мне не нравится, что он долго стакается. То есть, из-за этого, во-первых, на видосах вы не увидите большого ДПСа, да? Потому что, в основном, видосы на Голгорию, они через 1.5 минуты уже заканчиваются. Вот, а этот, как бы, там на авто, он наберет ему 4 маны на C4. Ой, на C3, 3 маны на C2,
2 маны на C1, он может только все это набрать и только потом нажать ОД. А без ОД, если он еще не настакан, у него вообще, в принципе, урона нет. То есть у него не настакана пушка, это нет игнора дефа. Вот. И максимум, что он может, это C3 дать, и после этого Painov Doom начнет дамажить. Вот. Но получается, в такой ситуации, когда он нажмет C1, потом C2 и потом C3 только, первые вот эти вот там секунд 30, он будет вообще ничего не дамажить. Просто урона 0. Вот так. Потому что там только C1, C2, они не уносят урона. И с C3 урона особо не будет. И только когда он нажмет C3, тогда появится Pain of Doom, и он с автоатак начнет дамажить хотя бы с игнором дефа Pain of Doom. Вот. А так скейлы у него, видите, как бы не особо-то большие. Особенно за те монокосты, которые у него есть. Вот. Поэтому тут скорее четверка. Это не значит, опять же, да, что шестую Галгу не будут фармить, им будут фармить шестую Галгорию, потому что ее фармят уже почти всем угодно. Вот. Но, в принципе, как бы вот такого, что там за полторы минуты видос будет там у него 1,2 миллиарда ДПС, такого я вряд ли ожидаю. Вот. Потом Зигфрид. А вот Зигфрид 5. А есть срез хилрейта. Есть, получается, через минуту огромный урон, и при этом его сложно убить. Вот. Это достаточно такие хорошие плюсы. Да, он будет какое-то время разгоняться, вот, но Зигфрид не особо жрет ману, в отличие от Галгории, поэтому скилл он там свои даст, он нажмет C3 и начнет Pain of Doom автоатаками Зигфрида херачить. Вот. Потом, что еще? Зигфрид, Галгория и Аскалон. Аскалон, троечка. Почему? Потому что долго очень стакается. То есть это не значит, опять же, что Аскалона 6, например, не пройдут через Секили. Аскалон 6 прошли даже через Ханес, правда, на авто. Ой, не на авто, на мануале. Вот. А Ханес как бы такой себе герой на слоу-таргет, например, Аскалон, это где босса надо убить. Босса он развалит неплохо, у него игнор дефа. Но минус в том, что на адов ады прыгают, и ады прыгают, причем к вам в бэклайн. То есть он, скорее всего, слапнется на них. C3 он не задевает всю локацию, и, соответственно, ему адов на локах придется убивать в два подхода. То есть фулл прокаст C3, потом еще скиллы, потом софтоатак под пейну, дебафом пейнов дума, он разложит там мобов, которые прыгнули вам в бэклайн, и потом еще пойдет на мобов, которые остались типа у противника в бэклайне. То есть это два полных прокаста ротации, при этом надо 4 маны на C3, чтобы наносить урон. Вот. И все это, соответственно, на каждом этапе. Где-то после третьего этапа он остакает пушку и начнет более-менее, да, дамажить хотя бы с автоатак, но это все равно не так. Аскалона надо проходить вот, ну, в идеале, да, чтобы Аскалона успешно фармить, чтобы вы слишком много стаков не получали. Вы должны заходить на локу и выходить из нее через секунд 20. В лучшем случае. Вот. Здесь через секунд 20 вряд ли получится, потому что мобы прыгают, и всех мобов на карте он бить не может. Допустим, Эрклаус, да, Эрклаус просто игнором дефа сходу бьет. Он достаточно быстро чистит, у него есть пассивка, которая прокает еще на всю локу. Вот здесь такого нету. Поэтому, а вот General Farm, давайте General Farm возьмем, да, и старт. Вот General Farm это тройка. Так вот, в среднем, да, просто его поставить на какой-нибудь автобой, не знаю, на локацию, на что-нибудь. Особо таких прям цифр сходу у него нет. То есть у него нет этого бурста урона большого, там, как пансирона, да. Вы просто поставили ее на авто, она C1 или C2 нажала. Во-первых, у нее не кончается мана, потому что она под огоньками, да, держит мобов, типа, и хилится. Ну, в ману регенит дико. Во-вторых, в зависимости от того, там, C1, C3 она нажала, да, чистит она и дамажит до хера все равно. То есть там очень много процентов. Вот. По Люсикилю тут такого прям большого урона со старта нет. Хотя C3, в принципе, выглядит неплохо по скейлу. Вот. И в среднем, стоит ли с него стартовать? Стартовать. По шкале от 1 до 5, да? От 4. То есть герой, который, в принципе, может ТМ, герой, который может триал свой, хорошо очень, герой, который там локации будет чистить, пройдет вам башню более-менее, но
очень сильно факапит его шакме. То есть, если вы его с него прям стартуете, вы очень плохо двигаетесь по шакме, потому что у него не особо большие скейлы. Поэтому пятерку я поставить ему однозначно не могу. ВБ. ВБ-1. Ну, тройка, как и у Грэмори, короче. То есть он на уровне Грэмори, у него есть игнор дефа, но этого недостаточно, чтобы выдавать большие цифры. Там не игнор дефа важен, а скейлы. А скейлов у него много нет. ВБ-2 единичка, ВБ-3. Не знаю. ВБ-3, 4, 5. Вот так. То есть там надо посмотреть... Мне надо сравнивать его с Эрклаусом. Я не хочу пока на стриме этого делать. То есть там либо он будет все-таки больше всех остальных магов дамажить, но не догонит Эрклауса, судя вот по скейлам, которые я вижу. Либо если у него скиллы, нет, не скиллы, автоатаки под ОД будут прокать еще на столбы, и он будет задевать еще прямыми автоатаками столбы, то он может даже немножко с Клаусом посоперничать, возможно, а может и немного. Там, видите, почему сложно сейчас опять дать оценку? Я не знаю после последних изменений скейлов внутренних на ВБ-3. Насколько бафается дамаг физов, насколько бафается дамаг магов. То есть чисто по скейлам своим, да, процентным, он может на уровень Эрклауса выйти. Там, в зависимости от того, сколько, как автоатака работает, как она спредится и так далее. Но если у магов, например, дамаг забафан, блядь, на 300% всего, а у физов на 850, блядь, да похер. Вот. Если он забафается на 850, то тут как бы сложно сказать. То есть я не буду их сравнивать, потому что скейлы это ничто, если мы не знаем внутренних слоев. Вот, поэтому будет ли он на ВБ-3 типа лучше, хуже Эрклауса, выйдет ли он там в топ или нет, сейчас сказать сложно, и я не берусь. Вот реально, типа, без внутренних слоев, сейчас нет смысла их сравнивать по процентам. Именно на ВБ-3, потому что на ВБ-3 просто больные, короче, проценты для физов. Я никогда не хотел их считать, насрать. Вот, ГЗ. ГЗ-1. Что там? Так, там в основном скейлы нужны, а не игнор дефа. Тоже, короче, троечка. ГЗ-2 единичка. И ГЦ-3. Столбы с С3 он убьет. Тут вопрос в том, как он будет кливать, опять же. Если он под ОД. Например, встают столбы. Он нажимает С3. Фулл на стакан. Столбы не падают. Вешается на все столбы метка Дума, нажимает с ресета ОД еще раз С3, столбы падают, нажимают ОД и пошел автоатаками пилить. Если автоатаки будут задевать все столбы, я вот не знаю, как это, видите, прикол в чем, как будет работать механика спреда. Написано под ОД, что каждая автоатака, да, наносит урон на 50% окружающим целям. Но автоатаки-то у него рейнджовые, скорее всего. Ой, не рейнджовые, а сплэшевые. То есть, грубо говоря, он бьет все таргеты перед собой. Если он бьет две цели перед собой с автоатак, на каждую из них будет по 50% добавляться от спреда другой или нет? Хер знает. Вот. От этого зависит то, как он будет, сколько он будет задевать таргетов на столбах и как будет спрейдиться. Потому что с каждой автоатаки 502% это много. По столбам. Если он по всем столбам будет каждый автой бить по 502% и ему атак спидер загнать, он будет урон давать большой, скорее всего, будет убивать ГЗ-3. Вот. Но, опять же, тут надо смотреть, что будет по столбам, кого он будет фокусить, как он будет работать, поэтому это ставим от 3 до 5. То есть, если он не задевает все столбы с автоатак, спред плохо работает, тогда, скорее всего, ну, он как бы дает, грубо говоря, один каст в... Один каст в столбы начальные, один каст в столбы конечные, там, с ресета моди, и все, и потом бьет с автоатак. В зависимости от того, сколько целей будет с автоатак задевать, он может даже на пятерку прыгнуть. Все, наверное. Интересный герой. Это, наверное, самый интересный герой, в принципе, из всех, которых я разбирал по King's Raid. У него прям пипец сколько механик, то есть прям, да... Тут надо и подумать, и что-то, короче, правильно прокастить, и взять правильные перки. Много интересных перков под арену.
Вот. И, соответственно, общие скейлы выглядят неплохо. Я вот overall, да, такой результат. Это не имба, которая там не контрится, да, и там новый герой, который покорит там все вершины и так далее. Но у него есть свои хорошие юзы. То есть на уровне, вот как, например, Рихит и Рипина. У них очень большой урон с этого совместного этого скилла с игнором деф. Они Галгорию там разрывают и так далее. Но никто не бегает, да, не орет, что это, короче, гребаная имба, типа она всех развалит и так далее. Вот здесь то же самое. То есть у него есть свои юзы, он многие контенты закрывает, достаточно хорош сам по себе, и он сложно его убить. Все круто, здорово, но не, что-то прям имбового жестко, да, у него нет, я не вижу. Вот. На ВБ-3 вот зависит от того, что будет. Также, ну, Эрклаус тоже, да, Эрклаус дамажит, здорово, много дамажит, но он не считается имбой, как бы не сказать бы, что там он прям все изи чистит и так далее. Ну да, я обзор не делал, я... Изикиль или Лоррейн на ТМ? Лоррейн. Немножко поздно, конечно. Вот. И, соответственно, по ТМ. По ТМ... Своего слоя у него нет. Соответственно, давайте. ТМ 4Х игнор деф. ТМ 4Х 3%. ТМ 4Х 25%. Да? Значит, ту-ту-ту-ту-ту. 4 игнора дефа. Это наш урон, умноженный на 2 и умноженный на 1,25 от ТМ, правильно? Правильно. 2,5. Теперь ТМ здесь 3% умноженное на 15 таков или 12? 12 таков умноженное на 4 и плюс 25%. Правильно? И еще, а еще плюс тоже. Так, 250%. Нет, это не... А, это 50 ТМ слоя, кстати, точно. Согласен, спасибо. Сейчас добавим туда. Это сделаем по-другому. Один умножить на 2 и умножить на 1,5. Правильно? ТМ. Теперь здесь вот это плюс 50%. А это получается 25%. Это 1,75, да? 2,75. 25, 4, 100, 125, 175, да, 275. Короче, если все 4 шмотки ТМ на игнор дефа, то это 300% с учетом с бафа ТМ и с учетом, короче, вот этого типа слоя. А вот весь его дамаг будет бафаться именно игнора дефа на 300%. А дамаг не игнора дефа будет бафаться на 175%. Ну, на 1,75. Вот, потому что у нас 50% это слой Т5. Вот, и 25% это от ТМ сета. То есть вот этот вот сет бонус увеличивает урон до 25%. Вот, соответственно, вот это на фулл, это на игнор дефа, это на не игнор дефа 175%. Теперь, если мы берем ТМ на 3%, который стакается каждую там, секунду, да, на фулл стаках это будет 319% забафа к урону всему. И он работает и на игнор деф, и на это. Но прикол в том, что
он долго стакается. Вот, то есть это получается ТМ на игнор деф у нас будет ровно 300% сходу. Вот. С другой стороны, нам это особо ему и не нужно, да? Ну и, соответственно, ТМ на 275%, это, здесь, это который на 25% при ХП меньше 95. Будет 100% с ТМ шмоток, 25% с... Нет, я добавил. 25 от этого. Скажите мне, скажу. От ТМ сет-бонуса и 50 его слой. 275 итогу. Здесь получается... Нет, тут не забыл. Что здесь получается умножаем на 2. Это 4 шмотки на игнор дефа. А, я за 50. Я неправильно посчитал. Ты прав. Ты прав. Спасибо. Я уже все 4 часа стрим. Я манал. Я 100 лет их не делал и больше не хочу опять. 350% на игнор дефа. Правильно, правильно. 1.25. И здесь получается 175. Да. Короче. Я бы сказал, что тут больше на ТМ на 4 шмотки игнора дефа. Почему? Потому что как бы с одной стороны 3-процентный сет-бонус, да, вот этот, он 319 дает процентов. И на обычные скейлы пушек, ну, на обычные скейлы урона, вот эти вот цифры, а это все-таки, да, там 2700, 2900, это все-таки какой-то урон. Вот. И как бы плюс еще, он сам по себе изначально не особо много дамажит, он только к, там, через минуту, да, набирает все стаки и начинает неплохо выдавать. Поэтому там еще 80 секунд подождать, и вот, короче, настаканный full TM set. 319 и там. Но фишка в том, что основной дэмэдж все-таки он наносит под ОД. А ОД он активирует и раньше на старте. Вот. И, соответственно, там стакаться не надо. Вот. Поэтому по, с точки зрения именно ДПС максимального, который вы можете выдавать за 2 минуты боя, например, это однозначно ТМ-шмот на 4 игнора дефа. Вот. Потому что вы за минуту настакали, плюс за эту минуту вы разок хотя бы нажали ОД, под ОД у вас все игнорит деф, вы, ну, типа автоатаки, да, и вы начинаете автоатаками прям, ну, просто отваливать куски, потому что вам не надо, чтобы у вас было там что-то настакано, вот, какие-то таймсеты, вам не надо смотреть за его ХП, чтобы больше 95 было. Он просто берет и херачит игнором дефа 350% бонуса. Вот. Прям сходу, ну, учитывая, ну, не учитывая это 5 тьму. С точки зрения ВБ, ой, не ВБ, этого, как его скажу. Ну, на ВБ3 тоже, короче, именно 350%, я думаю, тут вариантов-то особо и нет. Вы потому что будете под это автоатаком бить, это на 10% больше ДПС с автоатак. Вот этот ТМ-слой, и при этом вы еще будете бить на первых переходках. Но с точки зрения, например, большого или маленького шакме, где вам игнор дефа не нужен так сильно, да, у вас вот эти скейлы, они дамажат очень много. И вот именно на шакме там как раз можно взять именно ТМ-шмот. На 25%, на 3% и так далее. То есть он там будет достаточно неплохо себя показывать, потому что ТМ-шмот на 25% ДПС, он 275% общего ДПС дает и на скиллы в том числе, вот на эти все скейлы, а на игнор дефа там насрать. А вот игнор дефа как раз в шмоте на игнор деф на обычные скейлы дает всего 175% бонуса вот к этим обычным скиллам. Вот. Поэтому я думаю, что приоритет все-таки это игнор дефа на затмение под автоатаки, потому что все-таки это на 10% больше дэмэджа, да, с игнора дефа. На... Что там еще? На галгу, ну, на все ТМы. Вот, вам не надо ничего ждать, у вас просто сходу, да, фактически, там, сходу 200% бонуса дебаф. Ну, 100% бонуса, точнее. Вот. Но на некоторые контенты, вот, где вам игнор дефа так сильно не нужен, там все-таки ТМ будет хорошо. Все. Что еще рассказать по нему? Сакра на третий скилл. Не могу
сейчас посмотрите, там же всякое увеличивает, он начинает игнорить деф. Да, начинает игнорить деф, но только именно Pain of Doom. Не игнорит деф, сам урон с третьего скилла. Кстати, не так много бьет, сам по себе скилл, типа 3000%. Вот. Все. В вен героя идут любые пыльцы призыва. Давайте, что тут можно повысить. Ну, наверное, я про него все рассказал. В принципе. А, да, прикольно, кстати. Я уже почти его закрыл. Т5 еще с ним взять. 35 поинтов. Ну, обзор, видишь, обзор героя, вот, без расчетов, да, по КРу вообще в принципе делать смысла нет. То есть, обзор героя, ты смотришь на него, читаешь, ну, смотришь скиллы и такой, типа, бля, он будет дамажить. Вопрос в том, насколько он много будет дамажить, как это стакается, потому что КР все-таки игра в первую очередь про цифры. И вот, для того, чтобы понять, будет он дамажить, ну, там, например, да, как Димаэль, например, будет он с автоатак бить или нет, ты не можешь открыть скиллы и почитать там про это. В скиллах ты так не поймешь, короче. Тебе надо эти скиллы пересчитать на проценты и те, типа, двух героев. И тогда ты можешь сравнивать. Вот. Соответственно, как бы только так, поэтому вот я делаю эти обзоры. И именно поэтому, я думаю, эти обзоры какие-то нужны, ну, как-то нужны, типа, какие-то. Что я тут учитываю, считаю проценты. Все, наверное, всем спасибо, что присутствовали. Стрим я сейчас повешу на этот, в группу. Ну, там будет сохранен, короче. Я укажу, с какой минуты его смотреть, чтобы скипнуть там начало, когда я настраивал, когда я качал UCK или общался там с другом. Вот. В принципе, как бы по контенту мы примерно раскинули. ВБ и ГЗ – это спорные варианты. Там зависит от процентов. Посмотрим, что там будет на внутренних цифрах и сколько он целей будет. Я надеюсь, что я брошу КР. Но он меня пока не отпускает. Вот. Пока, конечно, грустно. Кэр мне пока не нравится, куда он идет. Он идет в жопу примерно. Релик, да, я, скорее всего, типа тут за чатом не особо следил. Сейчас. Короче, реликвия Джуна нет, на автоатаке не надо. Не берите реликвию Джуна. Сейчас, что тут, лайн-беты донатные. Значит, реликвия Джуна. Вот это, что ли? Она же вообще не на автоатаке. Это говно. Это типа, ну как, не говно, это артефакт, который можно брать на Вельказара. Но опять же, он будет работать только на первые столбы, потом будет босс падать. Котелок Джуна. Нет, котелок Джуна тоже не надо. Вот в перо здесь можно взять, но пером сильно не увлекайтесь. Обычные шмотки, стандарт, крит, крит урон, атака, скорость атаки, все нужно. Все 400 это важнее. Скорость атаки очень нужна для автоатак. Рика Джуна, вот это, да? Не, это говно. А вот этот артефакт вообще, я не помню ни одного момента, кроме расчетов атаки. Я его использовал для того, чтобы считать, как у Лилии атака рассчитывается. Вот. А в принципе, этот артефакт нигде никому не нужен. У него слишком маленький скейл, этот урон, эта дота, она не критует. Вот. И при этом она наносит физический урон, особенно если ты на мага ее посадишь. Блин, зачем, если будешь наносить физический урон, который у тебя не бафается ампами? Магическими, ну, физическими ампами он хотя бы будет бафаться. Вот. Но сам по себе это маленький ДПС, потому что это 40% атаки в секунду, и это дота. Ну, то есть, чтобы ты понимал, вот, короче, его C1 наносит 148, блин, зачем я даже считал, 148,5% в секунду, это дота. Он кидает первый скилл, и он тикает на 148% в секунду.
А реликвия Джуна на 0-0 наносит 40%. Всего треть от этого. И более того, этот скилл, вот эта дота, это она почти не дамажит. Вот. А тут как бы реликвия Джуна еще в 3 раза меньше. То есть это прям полное говно. Где он там котелок? Сколько? 500. Это будет 100%. Это все еще меньше, короче, чем его эта дота на первом скилле. 100% урона в секунду. Яд лоры тикает на 1500% по боссу. Вот как бы разница. Провол, грим, деф, игнор, стати. Нет, по-моему. Не помню, что посмотрю. У меня, по-моему, у меня 25%. Вот один на тройку и остальное 25%. Я ее на галку просто беру, пока она чистая, этот урон. Но учитывая, что ей подняли C1 скейл, а вот и он теперь деф игнорит как бы по дефолту, если цель одна, то я думаю, что на нее, да, может быть, деф игнор сейчас надо чисто собрать. Вот, потому что как бы C1 теперь так сильно прям не дамажит без игнора. Ну, я, видишь, я собирал ее сразу и на затмение, и хотел пробовать там и ВБ, и все, поэтому я пока что собрал общий такой ТМ. Вот, чисто. Надо побаловаться. Все, вроде, всем удачи. Давайте, ББ.